Дорогие коллеги, я очень рада приветствовать вас сегодня на очередном мероприятии по шекспироведению. Шекспир – это настолько великое имя, что и легко, и просто, и легко, и трудно говорить о нем. Легко, потому что есть о чем говорить. Много работ, много интересных тем. Трудно, потому что это что-то необъятное. Это настолько необъятное явление, что смотришь и думаешь, а с какой стороны его рассмотреть? Со стороны фольклора, где сказочные существа летают, вмешиваясь в дела людские, песни, которые он, оказывается, знаток песен английских, да, фольклорных, стихи, поверья. Все это, фольклор, это всегда обогащает нашу жизнь, связывает поколение с поколением. Вот, но настолько, чтобы знать фольклор, чтобы в каждом произведении проявлялось то или иное явление из народной жизни, это удивительно. Это восхищает, но и удивляет. Да? И самое интересное, что это в такой органичные связи с текстом всего произведения. Это одно. С другой стороны, почему и легко, и просто? По нему можно изучать историю английского языка. Чем я, собственно, и занимаюсь. Я специалист по истории английского языка. И когда я прослеживаю путь, когда первые германцы приходят на Британские острова, оттесняют шведов подальше от центра, да? И появляется один германский народ, потом другой, потом третий. Они где-то дружат, где-то делят земли, пространство. Одно очень важно в случае, когда мы рассматриваем первых германцев на территории Британских островов. Это родственные языки. Корни у них одинаковые, окончания разные. И тогда германцы начинают пользоваться корнями, и окончания постепенно за ненадобностью исчезают. То есть из абсолютно синтетического языка, каковым сегодня является русский язык или немецкий язык, английский язык превращается в аналитический язык, который удобен на Британских островах для того, чтобы германцы, у которых корни общие, могли друг друга понимать. А окончания им мешают. Вот надо сказать, что по сравнению с русским языком, который был более аналитичным древним в своем периоде, английский язык был абсолютно синтетическим языком. И вот он постепенно становится аналитическим, без окончаний, почти без окончаний. И мы вот этот процесс видим в произведении Шекспира. Мы видим, как постепенно английский язык, мы видим сам процесс превращения аналитического языка, синтетического языка в аналитический. И мне это очень интересно с точки зрения истории английского языка. Интересно построение, изменение построения фраз.
Надо сказать, что Шекспир жил в то время, во времена Тюдоров. Да? Тюдоров. И первым Тюдором был Тюдор Генрих VII. Тот самый Генрих VII, который прекратил войну Рус, да, и Белый Рус, женившись на Елизавете Йоркской, которая представляла вражескую страну. У них появляется сын Генрих VIII, известный, немножечко по нему, да, известный своими историями с зонами, но не в этом суть, да, появляется некоторая независимость европейского государства. Из-за своих семейных проблем он уходит от католической церкви. Появляется новая религия. Появляется новая религия. Безусловно, вся эта жизнь не может протекать в абсолютно мирном русле. Были тяжелые времена. Тяжелые времена, и это совпало с великим культурным процессом, это совпало с эпохой Возрождения. Возрождение приходит в Англию позже, чем в Италию, позже, чем в другие страны Европы. И это и хорошо, возможно, это несколько поздновато, как говорят некоторые авторы, но это хорошо с точки зрения ассимиляции всего уже существующего, произошедшего в других европейских странах, в Италии и во Франции. И это особый век, когда происходит бурное развитие нации, бурное развитие всех сторон жизни. И хотя английский язык был спасен во время Чосера, да? Почему спасен? Дело в том, что когда после нормандского завоевания основным языком становится французский язык. И английский язык, он перестает существовать во властных сферах. Французский язык англичане изучали ровно настолько, чтобы выживать в новой ситуации. Французы, часть французов, вынуждены были немного изучать английский язык для того, чтобы руководить страной. Но это было именно вот в таком русле. Школьные программы, все это было на французском языке. Это была эпоха трех языков. Латинский для науки, для медицинской науки, французский для ежедневной жизни, для руководства вот покоренной страной, и английский для местного населения, которое французский языка еще не знает. Да? И вот появляется. Подними немножечко наверх. И вот появляется человек, который прекрасно писал на французском языке, прекрасно, еще чуточку, сейчас мы вернемся потом, Джеффри Чосер – это тот человек, который, будучи работником властных органов, будучи писателем, который прекрасно писал на французском языке, он решил обратиться к родному английскому языку. И именно
благодаря Дзерпе Чосеру и начинается возрождение английского языка. И Шекспир очень часто обращается к Чосеру, к истокам английского языка, несмотря на то, что английский язык оказался под огромным влиянием французского языка, и когда мы смотрим, читаем произведения Шекспира, мы видим, что мы видим, насколько французский язык стал языком англичан. Ну, как всегда бывает в лингвистике, язык, французские слова настолько теряют свой французский облик и становятся чисто английскими словами, настолько, что сегодня Франция, которая выпускает один указ за другим о том, чтобы не принимать, не использовать английские слова на французском языке, они не узнают своих слов, спортивного или парламентского слова, парламент само слово французское, и они не хотят, чтобы эти слова французского происхождения, ставшими английскими, возвращались во французский язык. И вот для меня лингвистический анализ произведений Шекспира имеет очень большое значение для того, чтобы выстроить историю английского языка от первых моментов прихода или возникновения английских королевств до вот сегодняшнего английского языка. И это вот с точки зрения истории английского языка самый интересный лингвистический момент. С точки зрения культурологии, возвращаемся немножечко еще. Да. Дело в том, что после смерти короля Генриха VIII ненадолго королем становится Эдуард VI, его очень болезненный сын. Там написано произведение. Он попытался изменить направление престола наследия, что было неудачно. И появляется на трон после смерти Эдуарда, приходит Марина. А Марина – это старшая дочь Генриха VIII. Она католичка. И опять в стране возникает тяжелейшая ситуация, когда Мария пытается вернуться к католицизму, а уже страна, она уже перешла на другую религию, англиканскую религию. И это был очень тяжелый период. Период с казнями и так далее. И все это описывается у Шекспира. Так, словно мы как раз там и присутствуем. Дело в том, что в языке Шекспира политика, она очень органично связана с жизнью народа, с фольклором, с жизнью народа, с особенностями английского духа. То есть он настолько это все органично, он вплетает и явление природы, природа имеет очень большое значение в произведении Шекспира. Он обращается к природе, к птицам, орлам, сапсанам и так далее, и так далее. Он такое впечатление, что он досконально знает охоту, он досконально знает, как пользоваться вот этими натренированными птицами. Он досконально знает
лекарственные и нелекарственные растения. Я об этом писала и делала доклад в Англии. То есть вся жизнь у него естественная. У него мы видим сочетание высокого и низкого. Мы видим удивительно смелых людей и предателей. Очень интересная тема по взаимодействию народов внутри английского общества. Он с большим удовольствием описывает кельтов. С большим удовольствием описывает кельтов. Он размышляет о явлениях природы, связанных с небесными телами. Он удивительно тонко чувствует психологию людей и так далее. И вот именно поэтому, поскольку он настолько прилетел, настолько знаком с человеческой психологией, его жизнью и так далее, то его произведения становятся бессмертными. И вот именно поэтому мы здесь. Конечно, в некоторых случаях трудно сказать, насколько он знал науку, которая именно в это время бурно стала развиваться. Но взгляды Коперника за 24 года до рождения Шекспира были озвучены. Да? Он занимается политикой, он занимается врачебным делом. И неудивительно, что здесь в нашей аудитории есть люди, которые считают, что не Шекспир писал эти произведения. Вот к этому вопросу я хочу специально обратиться. В нашей стране как-то по-особому болезненно переносят другие взгляды, да? Чрезмерно болезненно. А почему? А если мысль пришла в голову, ну что, должны казнить за эту мысль? Любая мысль, пришедшая в голову человека, она имеет право на существование, на развитие и на проверку. И поэтому именно в нашем институте вы не услышите критики в сторону тех людей, которые говорят, что не Шекспир писал эти произведения, а и приводит огромное количество, я на эту тему уже в журнале писала, писала о том, что такое шекспировский вопрос. У нас здесь сидят люди, которые уверены, что произведения Шекспира писались другими, более образованными людьми. Но вот я в своей статье, когда об этом говорила, я писала: сегодня гомеровский вопрос, по сей день, остается вопросом. Мы еще не знаем, да? А попробуйте доказать, что это не Гомер написал. Это очень сложно. Можно думать на эту тему. Можно рассуждать на эту тему. Можно приводить свои какие-то взгляды, моменты какие-то. Но доказать это очень сложно. Ну, самое главное, почему эта тема все еще у нас развивается и об этом говорят, потому что у Шекспира нет образования. Надо сказать, что Шекспир, Стратфордский Шекспир, я имею в виду, да, он учился, но не закончил школу в Стратфорде. Почему? Потому что его папа обвинил и перестал быть руководителем, из руководителей Стратфорда,
И Шекспир лишился этой возможности бесплатного обучения. Обратите внимание, тогда бесплатное обучение было, да? Вот. И еще что интересно. Интересно, что его отец стал каким-то должником. И я хочу обратиться к этой пословице английской. «Мой дом, моя крепость». Он сидел дома, и полиция не имела права внедряться в его дом, чтобы арестовать его и заставить выплачивать эти долги. Я считаю, что вот те певцы прошлого, бродячие, необродячие, они тоже образования не имели. Не университетских, невозможно даже обычно школьных. Но эти песни создавались ими и передавались из уст в уста. И мы знаем огромное количество таких, помимо Гомера, мы знаем огромное количество людей, которые создавали эти произведения, и далее они из уст в уста передавались. Вот. Но вы, наверное, все знаете историю Макферсона, которого обвинили в том, что он подделал произведения древних авторов. Да? Да. Но не так, если это действительно подделка, он так хорошо подделал, и слава Богу, что появилось такое произведение. Резюмирую. Да, в шекспироведении очень много всяких вопросов. Вопросов связанных с культурой того общества, с историей, с эпохой, с различными направлениями жизни человека. И вот где-то, наверное, с XIX века существует вот эта проблема шекспировского вопроса. Да? И я думаю, еще будет эта проблема существовать. Мы же и шекспироведение выигрывает от обмена взглядами стратфордианцев и антистратфордианцев. И все, что делается в этом направлении, оно обогащает шекспироведение. На этом позвольте мне закончить и предоставить слово нашему первому докладчику. Пожалуйста. Вы сейчас много текста Извините. Давайте посмотрим еще. Уважаемая Анна Федоровна, уважаемые господа, я должен сначала представиться, потому что я не шекспировед, я режиссер телевидения, 50 лет работаю на телевидении. Я, честно говоря, как последователь Станиславского, должен сначала сказать, что я не верю. Не верю в такой безобразной погоде. Не верю, потому что я стою перед вами и участвую в этом замечательном нашем единении в честь Шекспиров. Я думаю, что, Анна Федоровна, если вы позволите, я маленький комментарий выскажу по поводу того, что мы не последователи других взглядов на творчество, на происхождение Шекспиров, мы выступаем за то, чтобы отдать дань этим выдающимся людям, которые создали вот эти все произведения и подарили их
нам. И мы сейчас обладаем этими выдающимися произведениями благодаря вот этим людям. И так хочется воздать им должное. Понимаете, вот они как бы есть, а мы в их лице чествуем Шекспира. Так вот, наверное, 460 лет пролетели для Шекспира так же стремительно, как и для нас пролетели наши десятилетия. Но наша причастность к творчеству великого поэта и драматурга с годами только крепчает, как и на протяжении веков мы сейчас переживаем за Гекубу. И эти переживания, как основное требование, предъявляемое драматургии и театру, остаются тем самым фоном, который объединяет нас со всем миром. Хочется отдать дань и прозорливости Шекспира, который, возможно, подозревал, что лет так через 300 или 400 найдутся режиссеры с очень своеобразными трактовками его пьесы и в первую очередь с желанием отметиться постановкой пьесы номер один мирового репертуара. И чтобы защитить свою драматургию от посягателей его творчества, написал наставление, как вы знаете, будущим режиссерам и актерам внутри самого тела пьесы Агамбите. Говорите, пожалуйста, вот, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как бы большинство из вас, лучше было бы отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздух вот так вот. Во всем пользуйтесь мне. Даже в потоке, буре, скажем, урагане, страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина, сожженный по реке, перед вами рвет страсти в куски и клочья. Восторгу стоящих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не имеет понятия. Я бы отдал высечь такого мальчика за одну мысль переиродить Ирода. Это же какой-то сверхсатанизм. Избегайте этого. На деле эта опасность вместе с Шекспиром ощущал выдающийся переводчик и знаток творчества Шекспира Михаил Михайлович Морозов. В 1934 году, 90 лет назад, он создал так называемый Шекспировский кабинет для Всесоюзного театрального общества. Для чего? Для того, чтобы помочь режиссерам и другим деятелям театра осваивать наследие Шекспира. Поводом для создания вот этого шекспировского кабинета или раздражением, которое вызвало этот повод, была постановка в 1927 году в нашем Ленинградском большом драматическом театре спектакля «Фальстаф», который был смонтирован из двух трагедий Агенриха, и постановка Гамлета в театре Вахтанга. Ну, я хочу напомнить, может быть, более молодым нашим слушателям о том, что 20-30-е годы — это было время исканий, манифестов, не только на театре, но и вообще в искусстве. И вот я хотел просто процитировать то, что Морозов как раз и послал, может быть, тем слушателям шекспировского кабинета в защиту самого Шекспира. На сцене Ленинградского большого драматического театра, на той самой сцене, на которой в первые годы советской власти шли, как мы видели, героико-романтические шекспировские спектакли, в 1927 году был поставлен спектакль «Подстав». И
сейчас, секундочку, что-то мне тут оказалось, что столица немножко не та, но я тогда скажу чуть покороче. Дело в том, что спектакль поставили два режиссера, а художником-постановщиком был Николай Павлович Ахимов. И, судя по всему, он воспринял от этих людей некое ироническое отношение пьесе. Но дело в том, что у него там был повод. Все-таки герой Фальстаф, да, в определенной степени. И там был повод такого юмористического, может быть, спектакля. Но Морозову это категорически не понравилось. Так же, как и не понравилась постановка с Николаем Павловичем Акимовым в театре Вахтангова. Спектакль, потому что, как он говорил о том, что все было сделано наоборот. То есть из трагедии Акимов хотел сделать комедию. Горюнов играл, да. По поколению этот человек известен по фильму «Вратарь», где он играл Карасика, да, инженера. Такой полненький человек, довольно мифовый, да, энергичный. Вот. И так получилось, что даже в такие тяжелые времена, в 1943 год, в разгар войны, происходило заседание Шекспирского кабинета. И было по-прежнему далеко. И они вызвали туда Николая Павловича Акимова в этот Шекспировский кабинет. И опять воздали ему должное. Он, правда, пытался оправдаться, потому что к этому времени он уже поставил некоторые другие спектакли. И оправдывался он так много лет, уже будучи главным режиссером театра комедии, народным артистом СССР. Он все время говорил: господа, ну почему вы все оцениваете меня по тому моему опыту? Я уже поставил очень много других спектаклей. Ну, к сожалению, вот эта печать, значит, формалиста, она у него так и сияла практически всю его жизнь. Ну, казалось бы, вот какая-то, может быть, должна была произвести прививка. Она долго была. Никто не решался переиродить мир. Но где-то уже в 90-е годы, даже 80-е, несколько режиссеров начинало, наш вам известный литовский сначала режиссер, потом наши петербургские режиссеры, московские режиссеры все-таки решили, ну, все-таки, каким-то образом, взглянуть на кого-то по-другому. Не традиционно. Да-да. Я не стал просто приводить. Ну, так, дело в том, что последователей вот этого переиначивания было очень много. И получалось, что реакция... Ну, не театроведа. Зрительская реакция все-таки была одинаковая, потому что текст сопротивлялся. Ну, невозможно, ну, даже как и в кино. Баз Лорман, помните, снял фильм «Ромео и Джульетта». Ну, а современные люди, а текст из тех веков, и все это сопротивляется, и существование их, поэтому совершенно неоправданно. Так вот, я упомянул, что 90 лет Шекспирскому кабинету, да, исполняется. А у нас еще есть такая дата. Это 70 лет со дня постановки спектакля «Гамлет» в Пушкинском театре, в Александринском театре, тогда назывался Пушкинский театр в Ленинграде, старый город. Григорий Михайлович Кузенцев. В роли Гамлета был Бруно Фейнли. Упоминаний таких особых об этом спектакле мало. Но, тем не менее, он производил определенные впечатления. А самое главное, что Григорий Михайлович очень долго готовился высказаться на эту тему. Это было не просто дежурное, но давайте мы поставим Гамлета. Не было в Пушкинском театре, значит, этого спектакля. Давайте поставим. Нет, это было выстраданное и глубоко изученное
пьес. И еще через 10 лет подготовки понадобилось Григорию Михайловичу Козинцеву для того, чтобы подготовиться к съемкам фильма. Но я уверен, что на него произвело впечатление. Дело в том, что, сейчас я скажу, в 1955 году Николай Павлович Охлопков поставил в театре Маяковского. Да. И он понял... и в этот же год, в 1955 году, приехал Пол Скофилд, который играл Гамлета. И он произвел очень сильное впечатление, потому что он был как будто вот современный человек. Не осовремененный, а современный по духу, по темпераменту, но даже вот, как ни странно, по-гречевски, потому что у нас Самойлов по-прежнему был в парике. А вдруг появляется Скофилд, подстриженный как по современной моде, да? И я думаю, что это тоже произвело на Григория Михайловича впечатление, потому что мы увидели Смоктуновского совершенно другим, да, непривычным, вот таким молодым, современным человеком. Это, конечно, производило большое впечатление. К сожалению, до сих пор, а с другой стороны, к счастью нашему, вот это обладание этим фильмом, это... Без ложной скромности можно сказать, что это все-таки самое лучшее воплощение Гамлета. Неважно, в театре или кино, но именно так глубоко, с таким глубоким проникновением, пониманием, назначением не просто этого человека, а самой гуманистической составляющей Шекспира, вот так вот выброшено было людям, и даром англичане высоко очень оценили этот фильм. И Гилгуд в свое время сказал, что когда ты молодой, ты не знаешь, как играть Гамлета. А когда ты становишься взрослым, тебе уже поздно играть Гамлета. И поэтому Лоуренс Оливье, когда увидел Смоктуновского, он спросил, ну сколько лет? Он говорит, 38. Мы успели. До 40 лет. Вот. Поэтому... Сейчас играют молодые. И ставят спектакли тоже молодые люди. Но вот это почему-то не произошло вот этой преемственности в отношении людям, которые открыли вот этот ход. Как же нужно идти к постижению этой пьесы? Потому что у Козинцева, вот я эту книжку лелею, храню, который он написал вот в этот после, сразу после уже выхода фильма, она называется «Наш современник Вильям Шекспир». И он подарил режиссерам, немногим, которые читали эту книгу, он подарил очень важную мысль, что предназначение режиссера – это выявлять смысл авторской. А что такое выявлять? Это с помощью мизансцены, с помощью действия сделать сцену яркой. А это очень серьезная и большая задача. Дело в том, что я хотел процитировать Юрия Александровича Товстоногова, художественного руководителя в свое время Большого драматического театра у нас в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Вот такая у меня удивительная формула. Для меня самые главные минуты спектакля – это сосредоточенная тишина. Когда я чувствую, что в зрительном зале идет работа воображения зрителя. Когда разбужено его воображение, и он живет в том законе, в мире тех ассоциаций, который возбуждает это произведение и связывает его с сегодняшним днем, который именно сейчас живет в зрительный зал. Вы знаете,
я вот когда готовился к прошлому выступлению в дистанционном литературном институте, я параллельно работаю по-прежнему на книге, которая называется «Актуальность Станиславского». Потому что, к сожалению, глубокому мы, не знаю, кто, может быть, еще кто-то разделяет это, он абсолютно не актуален и не востребован. Вот четвертый том собрания сочинений, которые посвящены именно режиссуре, все, кто собирал эти в отрывках, в записках, мысли его о режиссерской системе, потому что вот Олег Николаевич Ефремов все время сказал, что Станиславский актерскую эту систему написал, а режиссерскую не успел. И вот они ее собрали в четвертом томе, но для того, чтобы она существовала, каждый режиссер должен сам ее собрать. Понимаете, пропустить через себя, тогда он владеет системой. Тогда он во всеоружии. Но, к сожалению, так получается, что у нас не всегда доходят руки у некоторых людей до того, чтобы собрать. Потому что это труд. Там не написано как. Давайте вот так вот старт, и все получится, все будет замечательно. Нет, это на самом деле громадная работа. И я вот хотел бы процитировать, меня вдруг повлекло обратно к актуальному Станиславскому, и я сейчас читаю стенограммы общения Станиславского с Булгаковым Михаилом Федоровичем по поводу постановки Мольера, «Балезьетушек» пьесы. Да? И когда они долгое время работали, Станиславский был очень удовлетворен тем, как прописано у Булгакова в пьесе гениальность Мольера-драматурга. И на что Михаил Афанасьевич ему отвечает? Я, говоря по совести, вижу и знаю, что вы ищете. Но если вы этого не находите, значит, оно не является. И это замечание Булгакова заставило Станиславского оставить в покое текст и заняться режиссурой, с выявлением смыслов через определение предлагаемых обстоятельств, событий, мизансцен, сквозного действия и связанных. Ну, маленькое отступление. 60 лет назад, я, честно говоря, впервые взял книжку «Гамлет» в переводе Пастернака. Она вся была испещрена пометками моего отца. И для меня это было таким вызовом, потому что я пытался расшифровать эти заметки, и я никак не мог понять, в чем же дело, почему же это пьеса номер один. Но как-то вот мне это так задело, что я до сих пор не волнуюсь, я поэтому перед вами. Вот я по-настоящему занялся этой пьесой только тогда, когда стал преподавать в театральном институте кино и телевидения. Я обрушил, это был первый курс, это пришли дети после школы. Они ничего не читали, ничего не знали. Вот. И мне пришлось, а я обрушил на них Гамлета. Они так задрожали, испугались. И, видимо, на все время, пока я их учил, они так, и, видимо, дрожали до окончания института. Но, тем не менее, я написал ну, такую как бы экспликацию начала этой пьесы. Если позволите, я ее зачитаю. Она такая простая. Жили-были. Жили-были король, королева, принц, друзья принца, брат короля, вдовец-канцлер, сыном и маленькой дочкой. Король был добрым, сильным и смелым. Королева была красавица, веселой и нежной. У принца было счастливое детство. Дядя принца был балагур и гуляка. Когда старший брат уезжал на войну, любил устраивать пиры и фейерверки. Жил-был король. Он был смел, отважен и гневен. Он крушил неприятеля направо и налево. Он не щадил ни себя, ни друзей, ни врагов. Чужая жизнь
стоило для него меньше мелкой монеты. Все в королевстве трепетали перед ним. Он никому не доверял. Когда принц смог держать в руках меч, король стал брать его с собой в поход. В королевстве остались королевы и весь мир. Войны становились все длиннее, а фейерверки все громче. Прошло время. Король постарел. Королева погрустнела. Дядя становился более задумчивым. Похоже, завтра стала забирать чудесную девушку, дочь канцлера. У принца было два друга, с которыми он весело проводил беззаботное время. Когда король вернулся из очередного похода, он столкнулся с тем, что сын его на чужбине, жена ему не близка, брат не показывается на глаза, а канцлер нервен, шутлив. Король стал попивать, и хмельной сон стал его победителем. Жила-была королева. Она тяготилась грубыми повадками короля и тосковала по сыну. Развеселить ее мог только брат короля, ведь он был всегда рядом. Жил был брат короля. У него было никаких перспектив стать королем. Поэтому он находил утешение в охоте, в пирах и танцах. Каждый отъезд старшего брата на войну становился для него праздником. Он все чаще стал оставаться в покое. Жил-был принц. Он был очень задирист и принципиально, и провинциально откровенен. Несколько раз он был на волосок от смерти, в дуэли, и на волосок от убийства. Должно было пройти несколько лет учебы в университете, прежде чем принц понял, что никто не имеет права лишать жизни другого, что человек – венец творения, и что самое дорогое для человека – это жизнь. Жил был канцлер. Он рано овдовел. Он был и отец, и мать своим детям. Он остро ощущал недоброполучие. Ничего на свете не было дороже для него, по счастью и благополучию сына и дочки. Жил был юноша, сын канцлера. Он был послушен своему отцу, он тяготился постоянно его опекой. За границей его ждала мечта. Он очень любил свою младшую сестру и считал своим долгом уберечь ее от соблазнов молодости. Жила была девушка, дочь канцлера. Она любила, когда ей рассказывали о матери. Отец и брат были для нее самыми дорогими людьми, пока она всей душой полюбила принца. Но не знала, что с этой любовью делать. Жили были друзья принца. Они были очень рады, когда их послали учиться в университет и заодно приглядывать за наследным принцем. У них была общая с принцем университетская братская песня. Они уезжали, они уважали старших и были мирным службам. Жил был товарищ принц по детским играм. Он был сирота. Заслуженность его отправили учиться в университет вслед за принцем. Он был нелюдим и старался не вмешиваться в чужие дела. Жил был принц Норвегии. Он был очень воинственен. Несколько раз он со своим отцом пытался избавиться от вассальной зависимости. Да, но каждый раз безуспешно. После гибели отца в последнем походе власть перешла к его дяде. Принц не учился в университетах, у него была вера только в свой меч, и он решил вернуть своему государству былую славу. Вот такая короткая экспликация. Вы знаете,
о Шекспире, ну, вы это сами лучше меня знаете, все написано про все персонажи. И за всеми этими персонажами мы ощущаем самого Шекспира, потому что в каждом персонаже он. Это касается любого выдающегося писателя. Ведь, да, он пропускает через себя этих людей и высказывается с их, да, позиции, с их правды. Пьеса Шекспира, я быстренько тогда заканчиваю, потому что уже много времени я занимаю. Очень интересно, спасибо. Спасибо вам. Пьеса Шекспира «Трагедия о Гамлете и принце датском» о любви, трагической любви, где каждый борется за свою правду и погибает в этой борьбе. Это настолько элементарно, как простая Гамлет. Это, однако же, об этом написано. Гул затих. Я вышел на подмост. Прислонясь к дверному пустяку, я ловлю в далеком подмостке, что случится на моем веку. Вот это ощущение, что же сегодня с нами случается. Вот что созвучно из того далекого прошлого, созвучно сегодняшнему дню. Я хотел бы напомнить обращение Гамлета к Розенкранцу и Гильденстерну. Это всем известная такая цитата о том, что в любой ситуации они должны оставаться человеками. Гуманистами, Виттенбергцами. Гамлет, как зеркало Гертруды, предъявляет им образец современного человека. Это чудо природы человека. Как благородно рассуждает, с какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движения. Поступки, как близок к ангелу, почти равен Богу, разумение, краса Вселенной, где нет всего живущего. Разве эти слова обращения к нам не актуальны сегодня? Разве они должны быть не востребованы на сцене? Шекспир предъявляет такому Гамлету параллели Елизавете, через ее голову обращается к нам во спасение идеалов гуманизма. Если внимательно посмотреть на персонажа пьесы, можно сказать, что никто из них не хотел убивать. Каждый из них борется за спасение своей любви. Это их единое сквозное действие, подводящее главные мысли пьесы. Любовь спасет мир. Deus caritas est. Бог есть любовь. Эта формула папы Римского Бенедикта XVI будет жить во все времена, потому что Спаситель был послан людям, чтобы спасти мир человеческое и избавить нас от возможного превращения в зверей. Шекспир посылает эту пьесу через века нам, сегодняшним, надеясь, что мы осознаем ответственность за спасение себя, других людей, за спасение общечеловеческих идеалов. Все попытки исковеркать идеи Шекспира обречены на крах. Зритель всеми фибрами души не согласен с трагическим финалом. И поэтому испытывает катарсис в момент осознания победы человеческого духа. Именно поэтому мы должны предъявлять Гамлету зрителю относительно жертвенной любви. И все перипетии и коллизии трагедии должны вращаться вокруг его поступков, как центра притяжения идей великого драматурга. То, что мы отмечаем в юбилей Шекспира в эти пасхальные дни, я думаю, что это большая удача. Спасибо. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что изучали текст Гамлета по книжке с замечаниями вашего отца, а он что, играл или репетировал? Он читал. То есть непосредственно работал, он для себя изучал? Да, конечно. Каждый отсюда он мечтал сыграть. Но он сыграл Кассио в Отелло, поэтому, естественно, ему хотелось сыграть Гамлета. Не похоже вам эти персонажи? Да, в определенности. Михаил, у меня еще вопрос. Да. А вот в англоязычной литературе очень часто пишут о вялости и нечеткости образа Гамлета. Вы с этим сталкивались, когда речь шла об исполнителях роли Гамлета? С Мактуновским понятно, его задумчивость и ироничность не позволяет нам думать, что это не задумчивость и ироничность, а вялость. Там все написано, да, все у него, у Смоктуновского. А вот другие, другие артисты с этим справляются? А вы знаете, что самое обидное, что они идут по пути упрощения. И часто вот эти его глубокие переживания, потому что он на самом деле пришел спасать вот это вот этот мир. Он же пришел из Возрождения, а его вернулся в Средневековье. Да. Понимаете? И он, конечно, был в ужасе. Угу. И вот эта нерешительность, она заключается только в том, что он, когда ставил мышеловку, он же не главная же задача была, чтобы Клавдий что-то такое совершил. Угу. Он же, когда разговаривает с матерью потом, он говорит, покайтесь. Он же рассчитывал, что они покаялись. Он не совершенно не собирался с ними воевать. Но прежде он чем... Он был наивно, как человек из другого мира, что они не знают его правоту и скажут, да, мы виноваты. Простите нас, Господи, за то, что мы совершили. И мы... Тогда бы не было предупреждения. Понимаете, поэтому... И вот даже нет, все заключается в том, что актер может существовать и так, и эдак, а все зависит все-таки от того, как видит эту пьесу режиссер. Да. И я хотел бы вам сказать, что вот это выявление смысла, оно диктует мизансценическое решение, потому что именно мизансценический режиссер высказывается как автор спектакля. Не словами. Потому что, ну, я смотрю Камбербэтча, который играет Гамлета. Ну, вы говорите, он немножко такой сомневающийся. Да нет, у Камбербэтча он встает на стол и идет по столу. Понимаете, у него нет никаких сомнений. И они очень тщательно выговаривают весь текст. Но это не спасение Шекспира. Не в тексте дело. А дело в том, что как себя человек проявляет в борьбе, вот именно этой жертвенной борьбе. Потому что, ну, говорят, вот он ее посылает Офелию, там, значит, у нас... Ну, он это говорит слушающим Клавдию и Полонию. Он же ее любит, так же, как она его любит. Он ее хочет спасти, он понимает, что он обречен. Вы понимаете? Поэтому для него очень важно ее уберечь от этого. Но он не может уберечь. А это закон драматургии. Человек желает этого, а он сталкивается с препятствиями и не может их преодолеть. Так же, как финал. Я глубоко уверен, что Гертруда после этого разговора она так боялась с ним встретиться, когда он вернулся. Ей было так по-женски неудобно. И она не встречается с ним до мышеловки. У Козинцева он взял и сделал так, что они встречаются. В самом начале. Нет, у Шекспира. Она прячется. То есть прилюдно, когда Клавдий заявляет о том, что он становится королем, она его видит, она к нему обращается, говорит, такого общения, как мать. И сын нет. А вот это
общение, когда после маршировки они встречаются, они вдруг обретают друг друга. Мать, сына, сын, мать. Вот туда надо идти, наверное. Так же, как когда, когда она пьет этот вино из этого кубка. Отравлен. Я подозреваю, что она знает, что оно отравлено. Потому что она не может видеть казнь своего сына. Она не может пережить это. Понимаете? А это на самом деле просто прилюдная казнь. Угу. Вот если такая проблематика будет скрываться вот, в пьесах и в спектаклях, угу. Вот тогда мы, может быть, на самом деле будем куда-то двигаться, а так мы куда-то в средневековье куда-то сваливаемся, понимаете? И, и идем путем упрощения. Угу. Но с другой стороны, было бы странно, если бы Гамлет, не проверив, бросился бы сразу шашками махать и наказывать. Он за у Смоктуновского это очень хорошо показано. Он сомневается, он вникает, он думает, он не верит. Ну, призрак – это что-то сверхъестественное, он должен подумать. Даже тот момент, когда он хотел казнить Клавдия, но увидел, что он молится, да? То есть это хорошо характеризует его, да? То есть это вдумчивый человек. Это человек, который не берет шашку и тут же наказывает. А вдруг не виноватый? А вдруг что-то? Дело в том, что можно я отвечу сразу быстренько. Угу. Дело в том, что Шекспир уже... Он же драматург. У него есть Гамлет, у него есть Фортенбрас. Да. Вот насчет шарки, да. И вот сознание под барабанную дробь, когда они все время туда-сюда проходят, это даже где-то немножко комедийно. Знаете, вот они там бравые такие идут завоевать опять очередной кусок земли. Это же, вот тогда мы ощущаем Гамлета по сравнению с другими принцами. Если он будет таким же Фортенбрасом, так какой смысл тогда еще заявлять Фортенбраса, верно же? Тогда это не Шекспир. Да, конечно. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Я могу присесть? Да. Спасибо большое, спасибо большое. Я хотела бы сказать, что вот Гамлет – это удивительная пьеса, что знает история театра, что у больших режиссеров это, например, бездействует Гамлет, или он размышляющий человек, или активный. У больших режиссеров он всегда принимает на себя черты времени. Поэтому Гамлет Качалова, который он ставит в художественном театре, да, это Гамлет рефлектирующий. Он, мы его знаем даже вот по этой позе, когда он сидит в позе мыслителя. Поэтому Хлопков, который сегодня вспоминал Михаил Георгиевич, когда он видит Пола Скофилда, он делает, да, сначала вариант Гамлета с Самойловым, более спокойным, а после, вероятно, я не думаю, Пол Скофилд повлиял, или чуть меняется время, и он выбирает на эту роль Марцевича, и потом Казакова. Да, три исполнителя и три разных Гамлета. Вот это совершенно уникальное свойство этой пьесы, которая принимает на себя черты времени. Да? Спасибо, пожалуйста. Спасибо. А следующий наш докладчик – Поплавский Виталий Романович, доцент кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета. Доклад «Финал трагедии «Король Лир» по Прусу о разночтении в текстах Барта и Фолио». Это очень важный вопрос. Спасибо. Я благодарен за возможность сегодня выступить. И, собственно, жанр моего выступления – это такая фактически развернутая полемическая реплика, потому что мне кажется, что действительно повод стоит того, чтобы на этом акцентировать внимание. Значит, речь идет так, ну что у нас… одну страничку можно? Сейчас я... Ну, вообще, проблема сопоставления двух источников текста «Короля Лира» Шекспира
Шекспировского кварта 1608 года и того текста, который помещен в фолио 1623. Это очень интересная проблема. Сейчас многие англоязычные шекспироведы склоняются к тому, что эти тексты следует рассматривать как вообще отдельные версии, а не компилировать их. И я сначала как-то это воспринял напряженно, а когда вник, я понял, что, в общем, это есть, с моей точки зрения, тоже большой смысл, вот, и логика. Покрупнее, вот, можно? Да, и вот это мы еще чуть-чуть покрупнее. Как не резко. Да, вот так нормально. Вот, спасибо. Значит, об этом сравнении сейчас говорить не имею возможности, хотя это отдельная интересная тема, но сейчас речь идет вот сугубо о финале, конкретно о финальной реплике. Видите, четыре последние строчки в левом столбце в тексте кварта произносит герцог альбанский, видите, написано просто дьюк, вот, что важно тоже, а в правом Эдгар. Значит, с чем я, собственно, полемизирую? Вот в замечательном издании этой трагедии, наверное, первом отечественном научном издании трагедии, которое недавно вышло, такая красная книжка, с большим аппаратом научным, с прекрасными статьями, с комментариями Сергея Радлова. Вот там как раз в своих комментариях Сергей Радлов со ссылкой на Джеймса Шапира говорит вот об этом финальном моменте, говорит о том, что, значит, вопрос в том, кто наследует Британию. То ли герцог Альбанский, то ли Эдгар. И вот финальное это разночтение как раз говорит об этой вариативности. На мой взгляд, это тут с каким пиететом не относиться к, так сказать, к авторитету того или иного шекспироведа, в частности Джеймса Шапира, на мой взгляд, нет никаких оснований считать Эдгара даже потенциальным наследником английской короны. Собственно, вот моя речь об этом. Значит, единственное основание за то, что Эдгар может быть по тексту возможным наследником, это то, что ему передано в тексте фолио финальная реплика, поскольку обычно в пьесах Шекспира финальные реплики произносят представители власти. Но это единственный довод за. Все остальные доводы против. Значит, постараюсь попытаться свою... И мне важно... Не считайте меня каким-то ревнителем правил английского престола наследия, дело не в этом. Мне кажется, что для текста Шекспира это очень важно. Попытаемся это объяснить. Значит, кто такой Эдгар на момент финала пьесы? Он был, как мы помним, сыном графа Глостера. Граф умер. Значит, на момент финала пьесы Эдгар – это граф Глостер. Кто такой вообще, что означает титул графа Глостера? Ну, во-первых, любой граф по любой феодальной иерархии ниже герцога всегда. Ну, хотя, конечно, можно говорить о том, что там есть своя специфика, в частности, в Англии и прочее. Но конкретно в тексте короля Лира, значит, граф Глостер является прямым вассалом герцога Корнуэльского. Там большая часть действия пьесы происходит, собственно, в герцогстве Глостерском, куда приезжают Регана со своим мужем герцогом Корнуэльским, туда приезжает Лир,
что там оттуда, собственно, и выгоняют Лира, то, что обычно переводят как степь, хотя есть, так сказать, ценное мнение шекспироведов, что в Англии не степи, а, как это называется, да, пустоши, вересковые пустоши. Вот, тоже очень красиво. Но неважно, куда бы ни выгнали, выгнали оттуда, из дома Глостер. Вот. И Глостер, тот еще отец старый Глостер, пока он не был подвергнут пыткам, издевательствам и пока не умер, он, сочувствуя графу Кенту, мы помним, говорит ему: «Мне жаль тебя, но здесь хозяин герцог». Это здесь, в его доме, в доме Глостер, хозяином является его сюзерен, герцог Торнуэльский, который тут наводит свои порядки. Значит, следующий момент. Ну, вот чуть, если по тексту, чуть наверх поднимайся, если получится. Не получится. Ну, быстрее. Да вот прям предыдущие. Вот предыдущие. Сейчас. Нет, языка нет. А вот, да, это здесь тоже. Предыдущая реплика герцога Альбанского. Вторая строчка сверху, видите, да? Она тут без разночтений. Просто один и тот же персонаж по-разному называется просто герцог в тексте Хорта и Олбани в тексте Фолио. Но он говорит одно и то же. Он, обращаясь к графу Кенту и графу Глостеру, то есть Эдгару, говорит там, в переводе Пастернака: «Друзья мои, вы оба мне опора, чтобы вывести край из горя и позора». То есть он опять-таки обращается к ним обоим, как к своим вассалам и помощникам, в данном случае и друзьям, это понятно. То есть я хочу сказать, что вот то, что последняя реплика Фолио передана Эдгару, не исключает того, что герцог Олбани все равно по титулу выше их обоих. Это опять-таки говорит о его преемственном праве. Вот. Теперь, что касается графов Глостеров, которых по ходу пьесы было три. Значит, сначала был отец графа Глостера, потом, когда незаконный его сын, мы помним, Эдмонд его предал, значит, и герцог Корнуэльский принимает донос из рук Эдмонда, говорит: «Это письмо сделало тебя графом Глостером». То есть, а Эдгар, мы помним, оклеветанный братом, в тот момент изгнан и тоже лишен прав. Следующий момент, когда в военный совет, когда английские войска, значит, готовятся к встрече французского войска, которая привела Корделия для того, чтобы восстановить в правах своего отца короля, значит, герцог Олбани излагает план военных действий. Эдмунд тут вставляет какие-то свои советы, на что герцог говорит: «Простите, сэр, я вас считаю подчиненным, а не братом». Вот. Опять-таки подчеркивая, что титулы разные. Ну, помимо того, что там есть личные между ними отношения, поскольку Эдмунд любовник, в том числе и обеих сестер, поэтому и Гонерили, и жены герцога Албанского тоже. И герцог об этом знает к этому моменту. Но тем не менее, тут как бы речь не о злоупотреблении служебным положением, а вопрос очень принципиальный. И он на эту реплику, эта тема тут же продолжается, потому что в ответ на это Регана, в ответ на слова герцога Албанского: «Я вас считаю
подчиненным, а не братом, она говорит, смотря какой титул я ему сейчас дам, имея в виду, что если сейчас она его женит на себе, то он, что она его сделает таким образом герцогом Корнуэльским, то есть чтобы Эдмонд сравнялся по титулу с Олбани, он должен стать сначала герцогом. Это тоже важнейший момент, который в тексте, это прямое текстуальное указание на то, что с точки зрения Шекспира этот момент был принципиально важен, он имел значение. Вот. И у меня есть еще сколько-то? Долю допонижения. Я тогда, чтобы пояснить дальше от собственно, текстуальных моментов, хочу вернуться к взгляду на конструкцию всего сюжета трагедии с точки зрения концепции, которую вложил автор, на мой взгляд. Значит, постараюсь максимально кратко. Значит, о чем идет речь? Это опять-таки говорит о том, насколько это важна проблема законности прав на трон в контексте этого сюжета для автора трагедии. Значит, 80-летний король Лир озабочен тем, что у него нет наследника мужского пола. У него 3 дочери, да, и он затеивает всю эту, значит, историю с разделением королевства и с объяснением дочерей ему в любви. Это же большой академический вопрос, а что вообще за глупость? Кому это надо и зачем? Все же понимают, что ну, там можно отсылать к источникам текста, говорить, что это давние какие-то такие полуфольклорные, полусказочные мотивы, но как бы то ни было, речь идет о концепции пьесы, которую создает автор, вот, который ее создает в то время. Так вот, для Шекспира, если посмотреть на весь сюжет от начала до конца, на мой взгляд, совершенно очевидно, что король Лир всего-навсего пытается уберечь свою страну от междоусобиц после своей смерти. Вполне, так сказать, понятный мотив. И ему 80 с лишним лет, он понимает, что, хотя вначале он бодр, но сколько он проживет, неизвестно. И что будет после него, понятно, что уже, видимо, сыновей мужского пола у него не предвидится. Значит, что ожидает страну после его смерти? Значит, правителями окажутся кто? Его зятья. 2 дочери замужем на момент начала пьесы, а 3 на выданье. Это, собственно, я думаю, что ритуал разделение королевства как раз приурочен к выдаче замуж Корделии, который сватаются, как мы помним, бургундский герцог и французский король. И, собственно, между этими 3 зятьями, герцогом альбанским, герцогом корнуэльским и то ли герцогом бургундским, то ли французским королем, как решится, значит, предстоит поделить королевство на 3 части. То есть он принял такое решение, что вот пусть будут 3 равных части, а девочек, он девочек, там, какой возраст девочек, это тоже большой академический вопрос. Но опять-таки по финальным репликам есть подозрение, вот видите, самые последние слова, да, где вот Эдгар говорит, мы молодые, значит, не испытаем того, что вынес старик. Да, Эдгару это понятно, что он молодой. Но когда то же самое говорит герцог Альбанский, мы можем с большой долей вероятности предположить, что герцог Альбанский тоже человек не старый. То есть, видимо, все 3 дочери Лира достаточно молоды. Вот, в отличие от замечательного фильма Косинцева. Без иронии говорю, я очень люблю этот фильм, но там концепция принципиально другая, там 2 старших дочери. Что как бы понятно, что если отцу за 80, это было бы логично, но вот видите, тут указания в тексте, они имеют важное значение для понимания, что же все-таки происходит. Так вот, и ритуал, собственно,
с большой долей вероятности для того и затевает король, чтобы дочери публично поклялись ему в любви, то есть в верности, что будет определенной гарантией того, что после его смерти они и дальше будут жить в мире, и страна не разорвется на отдельные части. Значит, ну, как мы помним, Корделия этот ритуал прерывает своим несогласием, изгоняется. Ее зять не получает наследство, французский король берет ее бесприданно, а, собственно, приданным является часть британской территории. То есть бурбонский герцог отказался брать Джона Корделию без части Британии. Вот, король французский согласился и забрал ее, увез к себе во Францию. Что происходит после этого? Вот все зрители и читатели короля Лира обычно следят за семейной драмой между отцом и дочерьми, которые недостаточно почтительно к нему относятся. А политический сюжет как развивается? В чем его дальнейшее развитие? Вот страну разделили на две части. И что получилось? И в репликах, в тех сценах, которые чаще всего пропускаются при постановках, разговоры там придворных с кем-то, еще кто-то с кем-то, несколько раз возникает мотив. Начнется война между герцогами Альбанским и Корнуэльским. Несколько раз этот мотив просто вот он звучит. Почему? Откуда он берется? Никаких других оснований для этого нет, кроме нашего общего понимания, что когда страна разделена, то эта сама ситуация нестабильная, она очень шаткая, и сейчас начнут выяснять, а кому, собственно, в результате все должно достаться. Значит, ты же говоришь, шаткая ситуация. Так вот, значит, что происходит дальше? Война не успевает начаться, междоусобица, потому что высаживаются французские войска под руководством Корделии, которая решила поддержать своего отца и восстановить его на троне, и против французских интервентов объединились обе армии. То есть армия, сколько вообще в Британии было армий? Легко посчитать. Армия герцога Альбанского, армия герцога Корнуэльского, была еще одна армия короля Лира, ее, как мы помним, распустили обе дочери в два приема, сначала сократили двое, а потом распустили совсем. То есть из трех воинских частей, из трех армий в стране осталось всего две. Тут они объединяются против французов. И помним, герцог Альбанский говорит опять на том же военном совете, опять же споря с Эдмондом в частности, он говорит, мои враги французы, наводнившие страну, а не король. То есть он не собирается воевать с Лиром, который в лагере французских, уже, которого нашла Корделия, и он находится сейчас в лагере французских. Вот такой политический сюжет. Значит, история завершается тем, что король, мудрый, пожилой, пытаясь уберечь свою страну от гражданской войны, навлек на страну иностранную интервенцию. Вот такая история. И вспомним самое начало пьесы, две первых реплики. Граф Кент говорит графу Глостеру: «Я думал, что герцог Альбанский нравится королю больше герцога Корнуэльского», на что Глостер отвечает: «Так нам всегда казалось, но теперь перед разделом королевства стало неясно, кого он любит больше. Части так выровнены, что при самом внимательном разборе нельзя сказать, какая лучше». То есть вначале речь идет о том, к чему придет финал. То есть трагическая ошибка короля в том, что он неудачно выбрал преемника. Хотя преемник был очевиден. И по всему развитию событий герцог Альбанский выступает как очень благородный, порядочный человек. Вот. Опять-таки, вот тут речь шла о том, как ведет себя Гамлет, да, как человек посвященного времени, да, как гуманист, а не
как человек средневековья, вот этим ровно тем же самым герцог Альбанский отличается от герцога Корнуэльского, потому что Корнуэльский он садист, он глаза выкалывает, он человек жестокий, безжалостный и мелкий, а ну, выкалывает в смысле герцога Густава. А герцог Альбанский, наоборот, человек в высшей степени благородный, и в частности поэтому его ненавидит его жена за его нерешительность, за его, с ее точки зрения, слабость. Вот, с ее точки зрения, сильный мужчина, он должен, значит, быть решительным, жестоким и безжалостным. Вот. И, кстати, этот мотив, опять же, в фильме Козинцева подчеркнут просто, я бы даже слишком сказал, с моей точки зрения, там поднимались, который прекрасно сыграл герцога Арбанского, он там рассматривает глобусы, что-то такое, весь летает в облаках. Значит, ну и даже если бы этого не было, все равно по поведению герцога Арбанского понятно, насколько, в пьесе, понятно, насколько этот человек достойный быть следующим правителем Британии. И политический сюжет, в общем, заключается в том, что король этого с самого начала то ли не понял, то ли не захотел обделять других сестер, не захотел видеть той угрозы, которая таилась в другом его зяте, герцоге Корнуэльском, не разглядел-то той угрозы, которая таилась в двух его старших сестрах. То есть человек, который рассчитывал на то, что, видимо, тоже как гуманист, рассчитывал на то, что люди способны становиться лучше, не рассмотрел их звериные, чтобы не обижать зверей, природы, и, так сказать, таким образом вверх страну вот в эту пучину бедствий. Вот я завершаю свою нехитрую мысль о том, что тема законности и логики престола наследия в этой трагедии чрезвычайно важна для концепции автора этой пьесы, независимо от разночтений в двух изданиях. Спасибо большое. У меня будут два вопроса. Первое. Правильно ли я поняла, что вы предлагаете понимать трагедию «Король Лир» как политическую трагедию? Это первое. Потому что это, в общем, грозит пересмотром классической традиции всей. И если это действительно так, то, конечно, вам надо стрелять не по воробьям, а, так сказать, фанфарами, там, фейерверками. Okay. Если вы видите... по тем, кто до этого 200 лет утверждал, что это традиция Шелуги Дюбор. Это первое. С ними это будет. Это что-то идет, значит. И второе. Вот, например, вы несколько раз заходите на тему старости, как мудрости короля. При этом вы все время утверждаете, что это мудрость его в кавычках. Она приводит страну на грани политической междоусобицы и политического краха. Если мы все-таки проведем некую прямую между финалом и ретроспективно в соответствии с этим рассмотрим отсутствие всякого политического опыта, если он правил там больше полувека и всего прочего, в его исходной позиции, то с моей точки зрения это даст нам очень неожиданную возможность экстраполировать этот массив смысловой, даже не текстовой, Лира, в пространство, которого нету в пьесе сегодня, и его уже 400 лет нету, более того, его никто не ищет, ну раз вы решили все пересматривать. И тогда мы сможем гипотетически, с моей точки зрения, предположить, какой кусок вначале был отрезан для того, чтобы раздвинулись кулисы именно на этой сцене совершенно бессмысленной, необъяснимой ни с какой точки зрения разума, ни отеческой, ни политической, ни исторической, этой сцены, которая действительно не имеет объяснения. Вот как вы увязываете? Мудр все-таки он или он абсолютно безопытен и так далее? Стар. Спасибо.
Ой, да, спасибо, замечательные вопросы. Ну, первый немножко проще. Я думаю, что этот мотив политический, он всегда был. Если просто его не акцентировали, это традиция делать акцент на семейной драме, которая, естественно, шла, начиная с эпохи сентиментализма, через 19 век, это всех пьес касалось. Акцент на мещанскую драму, он неизбежно исторически делался, видимо, и, собственно, все, и Гамлет тот же самый путь. В Гамлете ведь тоже очень важно, у кого какие права на трон. Это же совершенно не исключает семейных драм, хотя там две семьи в центре, которые между собой тоже связаны, мы это тоже понимаем. То есть тут у Шекспира есть и то, и другое. Я просто обращаю внимание на то, что я действительно удивляюсь, почему на это, я интересовался в свое время, почему это оставалось без должного внимания, я бы так сказал, хотя именно политическая логика позволяет очень многое объяснить в пьесе. Вот так, еще одна аналогия, чтобы просто было понятно, что вот, например, в «Отелло», тоже бесконечно мною любимым, собственно, кульминационный момент ревности, когда Отелло публично бьет Дездемону, происходит в какой момент? Когда его снимают с должности. То есть я хочу сказать, что социальное и личное у Шекспира переплетено практически везде и неразрывно. А тут не просто социальное, а социально-политическое в данном случае, что касается короля Лира. Поэтому, да, я намеренно обращаю внимание на вот этот мотив, который совершенно не исключает проблем семейных отношений и всех тонкостей психологических. Вот. Это первый вопрос. Теперь, что касается второго вашего вопроса. Виталий, можно я тогда объясню еще раз, раз есть возможность все-таки такой вопрос разобрать серьезный. Значит, вы переносите акцент. То есть, почему я вас спрашиваю? Потому что когда вы спросили, что вот двум сестрам по серьгам дали, а никто не обращает внимания, что происходит на фоне вот семейных событий за спиной с Кордели. И я правда похолодела, думаю, а правда, что происходит в Кордели? Что там Виталий вычитал? Оказалось, что в Кордели происходит то, что зрители как бы видят и знают, она прибывает из Франции французским войском. То есть ничего не происходит, скажем так. Кроме того, что как обычный зритель в этой ситуации ты воспринимаешь. Значит, чтобы вот не уточнить свой вопрос и вашу позицию, тогда вы не можете провести соответствие, соотношение с тремя сестрами Чехова. Потому что Дима Крымов, вы знаете, поставил Лира, и к ним прибежал еще целый Крымов. Я это видел. Мы видим, мы все видели, Лира Приходько нас водил. Светлая память. Виталий, если вы делаете такой перенос смысла на тему, которую вы поднимаете, так сказать, не бытия, скажем так, актуально, а вот тогда три сестры, допустим, тоже, это не семейная история, Москву, там, не сложившиеся жизни, а что там может работать пандан вашего пересмотра? Тема провинциальности столицы или что? Ну, это мне надо подумать. Для меня пересмотр не самоцель. Для меня же я, наоборот, пытаюсь увидеть более объемно концепцию, в которой в тексте заложен, концепцию сюжета. Чехов мне очень не безразличен. Но так вот сходу, я прямо сейчас аналогии, наверное, не буду пытаться проводить. А зато вот то, что вы сейчас добавили, это перекидывает мозг к вашему второму вопросу. Предыдущему, который главный смысл моего ответа на ваш второй вопрос заключается в том, что я как раз не вижу, что что-то там отрезанное чего-то не хватает. На мой взгляд, наоборот, все настолько целостно. Я вообще считаю короля Лира абсолютным, и опять я в этом не оригинально, считаю короля Лира абсолютным шедевром из всех шедевров шекспировских. И я считаю, что там как раз ничего лишнего нет, и всего достаточно. И все понятно именно из соотношения частей, вплоть
до, как я показал, из прямого сопоставления начала с финалом, то есть там вот эта вот рамка, которая все закругляет, зацикливает, на мой взгляд, очевидно. То есть мне кажется, что как раз гармоничность, в частности, абсолютная гармоничность этого произведения заключается в том, что там уравновешены все вот эти вот мотивы. Это семейная драма, она уравновешена политическим мотивом. И они друг друга дополняют, поясняют и делают, в общем, все. Нет, конечно, глупость одна у Лира и на семейной. Нет, я продолжаю. Я перехожу к моменту его мудрости, либо не мудрости. Я и говорю, что, опять-таки, гениальность Шекспира, извиняюсь, что сейчас начну объяснять, в чем гениальность Шекспира, в частности, в том, что его персонажи ведут себя непредсказуемо. То есть человек может проявить себя и так, и это. Принцип. Почти каждый человек. И просчитать поведение каждого человека, ну, как говорится, вы вспомнили Чехова, который, так сказать, одновременно с фрейдизмом, да, произвел свою революцию в драматургии. Вот. И нам с вами, как людям по постфрейдистской эпохе, понятно, насколько человек многосложен, многослоен и непредсказуем. Вот. Сейчас это самоочевидно. Шекспир это открывает как драматург через просто через простраивание поведения своих персонажей. Он, я вот как человек, имевший счастье переводить Шекспира, могу сказать, что самое, может быть, сильное мое личное впечатление от такой непосредственной работы с шекспировскими текстами заключается в том, что люди, в смысле персонажи, населяющие его пьесы, начинают восприниматься, и это не сумасшествие, а наоборот, это глубина проникновения в текст, начинают восприниматься как абсолютно автономные от авторской воли. То есть они ведут себя так, как они ведут себя, потому что это надо им, а не потому что автору надо тут какую-то... Вот, это я пытаюсь ответить на вопрос, почему мудрый король просчитался, потому что невозможно все просчитать, потому что люди все... И Шекспир это понимает, что никакой самый мудрый правитель никаким самым мудрым решением не может на 5 ходов вперед гарантировать то, что люди, в частности его 3 любимых дочери, будут вести себя так, как с его точки зрения было бы правильно. У них есть у каждой свои мотивы, и это потрясающе показано в каждой из сестер, насколько она субъективно права в своем жестоком, в частности, поведении. Вот. Так же, как показано субъективное право и Эдмонда, и герцога Корнуэльского, хотя он на втором плане, он не так раскрыт, но все равно его тоже можно понять. То есть, если бы людей можно было, так сказать, как роботов-программировщиков, они вели себя правильно, не было бы трагедии не только в искусстве, но и в жизни. Шекспир смотрел, мне кажется, реалистично. У каждого своя правда, вы абсолютно правы. И несмотря на то, что Лир король, у него тоже есть своя правда. А правда, она заключается в том, что пожилой человек устал от ответственности. И он, был бы у него сын, он дал бы задание сыну, чтобы помогал сестрам, а сына нет. И поэтому он, не желая раздробление королевства, он хочет обеспечить каждую свою дочку. А последняя дочка, вот эта форма, да, где, как Толстой говорил про короля Лира, что вышедший из ума человек, король, да, он действительно сказочно странно себя ведет. Расскажи, как ты меня любишь. А ты должен быть уверен, что твой ребенок тебя любит. И баста. Но это произведение, а он хочет услышать. В пожилом возрасте. Он устал от этого бремени. Ему нужно отдохнуть
чисто по-человечески. И он считает, что обеспечивая каждую дочь вот, своей частью, он спокойно уходит, и, да, то есть он имеет право на это. Но и Корделия имеет право, она молодая, на ней нет бремени, вот у нее нет усталости. Она думает о себе, в какой стати я должна клясться в любви, это и так ясно, да? Это понятно. А здесь недопонимание разных поколений. Да? Один устал и хочет обеспечить, а другая, она еще не устала, она молодая. Ей не от чего было уставать. И это правда жизни. Мы ежедневно с этим сталкиваемся. И к вопросу о сыновьях. Опять-таки, насколько все в пьесе гармонично, в параллельной линии с сыновьями Глостера, она показывает ровно то же самое. Вот два парня шикарно, один другого лучше. Да. И откуда может папа знать, что из каждого из них проявится? Ведь это, вот, это потрясающее обаятельное человек. Да? И если бы он не проявил свою безжалостность, в частности, по отношению к отцу, он мог бы быть не менее талантлив и прекрасен, как его брат Эдгар, если просто вел себя порядочно. То есть границы человеческого поведения, они абсолютно ничем не определены. Я хочу сказать, эти границы, Бинет назначил не имея наследнику, назначил своего племянника. То есть политические формы настолько были многообразны. Я и говорю, что для того, чтобы просчитаться даже в собственных детях, что дочерях, что сыновьям, я не вижу этого. Я бы этого уже 10 лет сам увел. Понимаете, Вы повторяете Толстого. Одни 200 лет говорят, что он мудр, другие 200 лет говорят, что он глуп. Свет, моя позиция, что любой человек у Шекспира объемен, он одновременно и способен ошибиться, и одновременно... Тут нет, я не вижу вообще никакой в этом проблемы. Меня не интересует качество не самого мира, меня интересует некая объемность целого, как гармония. Начало есть заданное, да. И мы имеем финал. Вот желательно, когда вы строите свою концепцию, чтобы это сходило. Ну так сошлось. Это кто сказал? Ну вот Шекспир показал, как это трагически сошлось. Всякий человек хочет как лучше, а получается то, что получается. Эвочка, можно я, чтобы страсти немножко наши пути шекспировские? Я сказала свои догадки. Это абсолютно не имеет... Шекспир, прости, вместе посмеемся. Это не имеет никакого, у меня нет доказательств этого, в отличие от других моих пропозиций и так далее. Но я после одного из спектаклей, по-моему, это было в Маяковке, боюсь, с Лиром, приезжали англичане. И эта карта лежала во всю сцену, как медвежья шкура. И, значит, он палкой делил эти куски, значит, кромсал эту Англию. Эта сцена была просто друидическая. И я очень, сама эта сцена, эта пластика, решение, что вот так вот кромсают действительно поживую. И я очень долго думала, как могла сложиться ситуация, чтобы вот возникло то, что я увидела в этом английском спектакле, который они привезли. Вы знаете, я нашла очень странную догадку, тоже исходя из личного опыта. Король Лир говорит то, на что никто не обращает практически внимания. Он говорит о том, что он овдовел. Не так давно. И он устал от жизни. Ушла жена, ушел посох, ушла точка опоры. И я чуть продлила как бы эту мысль. И я поняла, что была жена, и была абсолютная гармония в семье. И вот ушла королева, которая была вот этим связующим, неким началом. И король оказался в глубоке дурака. Он не знает, как оставить наследство. Это прям феминистические мотивы пошли. Это очень обычная ситуация. Но судя по тому, как ее врывается пьеса в наш быт, она действительно она какая-то такая совершенно новообразованная.
Москве. Да. Королю 80 с лишним лет, младшей дочери, младшей дочери на выданье, то есть меньше 20, скорее всего. Значит, сколько было их матери, да, должен был ее этот старик довести, чтобы он остался вдовцом. Вот. То есть там на самом деле вот эта вот предыстория, которую мы можем как угодно... Виталий, я не соглашусь, так, потому как он... Это другой век, это другой век. Он требует ничего-либо от своих наследниц. Что он требует от них? Любви. Значит, он привык жить я в семье. Понял. Спасибо, Света. Спасибо. Вы мне дали гениальную догадку. Я думаю, что мать Корделия была природа. Да. Да, коллеги, вот здесь я хотела заметить, что вот эта тема кварта и фолия сейчас очень-очень серьезно разрабатывается во всем мире, прежде всего в Англии. И обратите внимание, по-разному называют героев произведения. Почему? Потому что Шекспир не писал. Вы по-другому понимаете, это я понимаю. Да, у него не было кабинета и так далее. Он писал каждому актеру его часть и раздавал. И поэтому от спектакля к спектаклю он один раз мог назвать его дюком, другой раз, да, поскольку это были бумажки, которые раздавались. Причем фолио собиралось каким образом? Это уже после смерти Шекспира. Суфлеры и все актеры собирали листочки. И эти листочки собирали в одно произведение. И, безусловно, там могли странички поменяться, там могли в одном месте так назвали, в другом месте так. И вот это очень большая и интереснейшая работа, которую сейчас делают в университетах мира. Собрали 18 пьес, которых собирать было не из чего. Их вообще никогда не было. Никто не читал. Не стали суфлёров невестных. Это возникло, да? Я бы посмотрел. Да. Всем, что еще одна вещь. Гипотеза, да? Что авторского права живет. Ну да. То есть сидели в театре люди и списывали то, что они слышат. Да, я импровизировала. Нет, я понимаю, риторика была, что распространение этих пьес конечно в театрах шло не по печатным экземплярам, конечно, а тем, что записывали нас, конечно, и, да, присваивали как бы своему другому театру. Такая тоже гипотеза существует. Нет, да. Да, видимо, кто у нее нет детей в одной пьесе, то она их будет. Да, и от спектакля к спектаклю записывали, и могли быть какие-то изменения, конечно. Но Толстой, который у себя в кабинете писал, и ему переписывала жена бедная, да? Он этого не понимает. Он 50 лет. Он 50 лет жил с Шекспиром и ругал его. Я спрашиваю, зачем тебе 50 лет человек, которого ты не уважаешь? Дорогой мой, он не давал вам покоя. Да, ты мне не знал, прочитал. 50 лет он обращался и обращался к Шекспиру и писал вот такие гневные письма о Шекспире. Да. Но 50 лет у него интерес к нему не угасал. Совсем нет. Мы просим маленький перерыв. Да, давай. Очень много было хороших мыслей. Да, да. Калашников Александр Владимирович, доцент КФУ Высшей школы экономики, Дипломатической академии МИД РФ, доцент кафедры английского языка номер один. Доклад «Песни Офелии» в русской музыке 19 века. И соавтор Боровикова Татьяна Васильевна, да? Правильно? Преподаватель детской школы искусств номер 5. Заслуженный работник культуры Московской области.
Прошу вас. Мы на год посвящен музыке на сюжет песен Офелии из Гамлета, но именно в русской музыке. Важность для Шекспира музыки неоспорима. Здесь мы говорим о том, что он, может быть, был одним из первых, кто важность музыки представил не только в образах, может быть, второстепенных персонажей или менестрелей, как это было ранее, но и он предложил музыкальные фрагменты для главных персонажей. Например, мы можем вспомнить песню об Ивии Дездемоне, многие другие фрагменты. То, что касается песни Офелии из Гамлета, здесь я сосредоточусь на, прежде всего, вкладе русских композиторов в создание образа и образа главного персонажа, одного из главных персонажей, и то, как это произведение в дальнейшем вошло в русскую музыку и даже, может быть, до некоторой степени стало уже объектом даже и фольклора. Итак, о роли музыки в произведениях Шекспира, конечно, известно много, но важно подчеркнуть, что Шекспир активно уделял внимание именно музыкальной составляющей. То, что касается музыки в постановках в России шекспировских произведений, то здесь мы можем сказать о сочинении Олегьева «Буря», о его неоконченной опере «Волшебная ночь», о пьесе «Сон в летнюю ночь» и других произведений. В то же время можно отметить и другие, несколько менее известные произведения, в частности, произведение Лядова. Например, Константин Николаевич Лядов сочинил в 1842 году «Катриль» в память об актрисе Асенковой, исполнявшей роль Офелии в спектакле «Гамлета» Александринского театра. Лядов был представителем известной династии композиторов, и установить, кто именно из рода Лядовых сочинил это произведение, не предоставляется возможным, поскольку инициалы не всегда были представлены в издании. Но мы можем, мы все знаем, конечно, Анатолия Константиновича Лядова, но его отец Константин Николаевич был первым главным дирижером Мариинского театра, профессором Петербургской консерватории, он сочинял балеты, романсы и водевили. И у Константина Николаевича был брат Александр Николаевич, он был дирижером балетного оркестра тоже в Санкт-Петербурге. И вот кому-то из этих Лядовых принадлежал, я имею в виду, или Константину, или Александру, принадлежала «Кадриль», которая входила в сборник «Французская кадриль», но в этом сборнике как раз и было произведение, которое и тоже обозначалось как «Песнь Офелии». Насколько мне известно, сборник этот хранится, в частности, в библиотеке Московской консерватории, но на данный момент, насколько я знаю, в библиотеке до сих пор проходит ремонт, поэтому доступа к этому изданию пока нет. То, что касается вот основной песни Офелии, о которой сегодня пойдет речь, это сочинение Александра Егоровича Варламова. Этот известнейший автор песен и романсов учился сначала в Москве, он и родился в Москве, учился в придворной певческой капелле, затем он некоторое время работал в Европе, в Голландии, где он пел в русской церкви. И его музыка не только к сочинениям по произведению Шекспира, а в целом его романсы, они широко известны. Он был очень хорошим мелодистом, и его произведения очень хорошо запоминались. И даже в литературе мы можем встретить упоминание у авторов, то, что те или иные персонажи исполняли романсы Варламова. Вот, например, «Назарет» и «Не буди» упоминается у Стургенева в «Гамлете» Щегровского уезда. Или, например, он сочинял музыку также к водевилю «Гамлет Сидоровича» и «Офелия Кузьминична», но это произведение не имеет отношения к Шекспиру, но, скорее всего, это просто вот такой, такая возможность привлечь внимание читателей такими известными именами персонажей. Варламов сочинил песню «Офелию» для спектакля «Гамлета»,
И тот спектакль был основан на переводе Николая Александровича, переводе пьесы, который был выполнен Николаем Александровичем Полевым. И сначала для Малого театра этот спектакль был успешно поставлен в 1837 году. И затем этот же спектакль был чуть позже поставлен тот же год в Александринском театре Санкт-Петербурга. Слова там следующие в переводе Львова. «Моего вы знали друга, он был бравый молодец, в белых перьях статый воин, первый Дании боец. Но далеко за варями страшный он лежит в могиле, пол на нем лежит тяжелый, ложа хладная земля. По белым саваном обили, гроб усыпали цветами и в могилу опустили со слезами, со слезами». Этот спектакль «Бенефис» был приурочен честному актеру Мочалова, исполнителя Гамлета, а переиграл Прасковья Ивановна Орлова. Он специально ездил к ней на занятия вокалом, чтобы подготовить ее к именно к исполнению этой роли. Среди других ее ролей в пьесах Шекспира можно упомянуть Кортебию, Дездемону и Джульетту. Также в этой роли прославилась и Варвара Николаевна Асенкова, которая исполняла это произведение в Александринском театре. Важно отметить, что Варламов сочинил несколько песен для спектакля «Гамлет», в частности, песни «Могильщиков», «Траурный марш», но именно песни «Офелии», «Моего вы знали друга», выделилась как самостоятельное произведение, при этом оно известно исполняется до сих пор. То, что касается отзывов о первом спектакле и той премьере, и отношению критиков именно к исполнению песни, то здесь сохранились мнения, в частности, Белецкого, который очень похвально отзывался о именно пении Офелии. Роли у него были, может быть, несколько иные взгляды, но он говорил, что она очень естественна и просто поет более нежели превосходно, потому что в этом пении отзывается не искусство, а душа. И он продолжает. В самом деле ее рыдание, с которым она, закрыв глаза руками, произносит стих «Я шутил, ведь я шутил», так чудно сливается с музыкой, что нельзя не слышать, не видеть этого без живейшего восторга. Также Некрасов отзывается в одном из в этом произведении. Но если мы говорим о том, как это произведение стало потом более известно, то здесь мы можем отметить переделки стихотворений. Например, у Вейнберга, в том числе и переводчика пьесы Шекспира, он такой гемористический создал куплет. На самом деле стихотворение больше, я процитирую четверостишее. «Вознавали в Корильона, он был бравый кавалер, горделивый, важный барин и французский инженер». Вот такой вот он стихотворение сочинил. То, что касается известности этого произведения, то оно, может быть, ему вот такой известности способствовало и то, что на концертах в памяти Варламова и при жизни это произведение исполнялось. Ну, в частности, в Петербурге в филармонии, и вот тоже всегда были очень хорошие, добрые отзывы об исполнении этого произведения. Способствовало распространению этого произведения и публикационная деятельность. То есть мы знаем о том, что публиковались разные произведения на сюжеты Шекспира, но именно вот это произведение Варламова публиковалось достаточно много и достаточно регулярно и в Москве, и в Петербурге. То есть, вот, видимо, именно под воздействием такого внимания к этому произведению, оно в дальнейшем потом перешло уже к какие-то народные варианты, и уже мы встречаем такие измененные, может быть, даже искаженные варианты, которые исполнялись, учитывая все-таки тематика там связана с какими-то такими трагичными событиями, военными событиями, поэтому вот в такой вот, как
в жанре солдатской песни, это произведение тоже было зафиксировано, но тоже с изменением в самых разных областях России. Вот, например, вот в Тульской области был зафиксирован такой вариант. Воздавали моего друга, какой бравый молодец, какой бравый парень славный, мил прославился боец. Вот такой вот вариант. Или в сборнике народных песен фольклориста Мельгунова такая запись была. «Не сказать ли вам, подружки, про несчастье про свое, не сдавали ли моего друга, какой бравый молодец, за Покровской, за заставой он прославился боец, в белых перьях храбрый воин, отличился на войне». То есть здесь у нас есть фрагменты и из версии Полевого, и вот добавляются какие-то элементы, которые соотносятся с той ситуацией, теми какими-то реалиями, которые на тот момент были актуальны. То есть, если вот упоминать, например, Покровская застава, она располагалась в Москве, и там действительно проводились различные вот, бои, ну, как вот такие спортивные какие-то мероприятия. Поэтому вот это отразилось. Или же, например, если вот это именно как жанр такой солдатской песни, то там упоминается награда какая-нибудь, Георгиевский крест, например, как во первой милой битве крест Георгий получил, во второй-то милой битве офицера получил, а из третьей милой битвы сам головку положил. Ну, то есть вот здесь мы уже вот такой вот уже видим переход более трагичный. Вот. И это не все варианты, их больше на самом деле. То есть эта песня жила именно в памяти людей. И примечательно отметить, что хотя мы говорим, что это перевод Гамлета Николая Александровича Полевого, и это произведение было, и этот фрагмент песни включен в официальный перевод, но именно в публикациях нот автор слов указывается Ксенофонт Александрович Полевой, брат Николая Полевого. То есть здесь мы не знаем, кто именно, может быть, в каком-то сотрудничестве родился вариант слов. Вот, поэтому здесь мы говорим и про Николая, и про Ксенофонта Полевого, которые внесли вклад в создание вот этого фрагмента. Я чуть раньше не отметил, но могу сказать, что то, что касается исполнения актрисами этого произведения, естественно, да, мы не только можем себе представлять по воспоминаниям, но можно вспомнить фильм «Зеленая карета», который посвящен Астенковой, и там есть эта сцена, в которой она исполняет именно вот этот фрагмент с другой музыкой, но образ вот этой вот сцены, как исполняется, исполняется этот, эта часть, эта песня, вот эта вот сцена помешательства, там показана достаточно выразительно, на мой взгляд. Ну и в заключение я отмечу, что песня «Офелия» из Гамлета стала первым общеизвестным произведением в русской музыке на мотивы Шекспира. Хотя были и до этого, у Лядова, другие публикации, может быть, но те публикации были достаточно малочисленные или были произведения, которые просто хранились в рукописи. Вот. И песня «Офелия» как вокальное произведение в России начал развиваться раньше по сравнению с другими странами Европы. А вот после того, как появилась песня «Офелия» Варламова, вот потом у нас появляются циклы произведений у Брамса «Пять песен «Офелии», у Штрауса «Три песни «Офелии». То есть был задан такой, создана, была заложена традиция создания композиторами произведений именно по вот этой сцене. Я все очень рада. Саша, я хотела бы вас спросить, не прослеживали ли вы каких-то связей между более, чуть более ранним произведением? Это «Буря Алябьева», и как сейчас это исторический доклад, который тоже очень входит в историю музыки, скажем так, сейчас консерватория, устанавливает, ставит этот спектакль.
И, значит, это какой-то 25-26 год Алябин Буля. И как бы интересом к Шекспиру, который вот пошел, в частности, Маклядов, другие, Варламов, другие. То есть вы Алябина как-то захватываете в этот ряд, или он один стоит? Наверное, он все-таки для меня он несколько отдельно, хотя я обращался к его творчеству именно в контексте его оперы «Незаконченное лицо в летнюю ночь» и «Либретто» этой оперы. Вот. Но именно вот обращение к песне Офелии именно в контексте шекспировского дискурса мне не замечалось, поэтому я обратился к тому, что может быть менее разобрано. Поэтому здесь мы можем говорить, да, действительно, Алябьева можно считать основоположником музыкального шекспировского сюжета. В то же время интересно отметить, что Алябьев сотрудничал с другими композиторами. И в Мариинском театре готовился спектакль по мотивам Бури Шекспира, вот. Но Алябьев только был соавтором этого произведения, и рукопись этого музыки, она хранится в архиве Мариинского театра. Мне посчастливилось хотя бы на несколько дней поработать с этим документом, вот. Но там нет отсылки к Алябьеву, хотя именно вот сюжетные какие-то моменты там представлены достаточно заметно, как и у Алябьева. Да, еще вопрос. Александр Владимирович, позвольте, значит, сначала небольшое замечание, просто уточнение. Полевой Николай Алексеевич. Да. И брат его Ксенофон тоже. Но вопрос мой вот с чем связан. Вы замечательно показали, как песня, которая пришла как перевод шекспировского текста, она возвращалась в фольклор, обрастала новыми вариантами, то есть становилась таким элементом уже бытового, видимо, музицирования, распоряжались такие уже новые какие-то мотивы поэтические, в частности. Это очень интересный процесс, как песня, которая берется как фольклорная, потом переводится и уходит уже в русский фольклор с новыми вариантами. Но в связи с этим вопрос, который чуть-чуть за рамками вашей темы, но, может быть, вы знаете. Вот та мелодия песен Офелии, которая звучит и в фильме «Оливье», и в фильме «Козинцев», то есть, которую Шостакович получил в свою сюиту, она откуда взялась? Судя по всему, это тоже фольклор, но когда, вот вы не занимались, не интересовались этой проблемой, когда она стала, ну, как бы канонической для, видимо, английской традиции исполнения, как аутентичная мелодия песни Офелии? Задавались эти вопросы? Та, которая задумалась Шекспиром. Я не знаю, что задумывалось Шекспиром. Я говорю о том, что звучало вот в двух близких уже с нашей сегодняшней дистанции, близких друг от друга, входила уже как аутентичная. Она откуда, когда она, так сказать, стала восприниматься как в этом своем качестве почти аутентичным. Мы не занимались этой проблемой, просто очень интересно. Я с трудом представляю себе, на самом деле, где это можно на... Ну, то есть я в свое время пытался, вот как-то в тот момент попытки не увенчались успехом, поэтому я подумал, что может кто-то знать. Козинцева уже не спросишь, Шостаковича, соответственно. Но все равно та музыка же к фильму, она авторская. Одна и та же мелодия звучит в двух фильмах. В фильме Лоренса Оливье 1947 года, не помню точно, и в фильме Козинцев 1964, и Шостаковича включена в его сюиту музыки к Гамлету. Ну, если вы не заинтересовались, я просто об этом никогда не слышал. Ну вот, может быть, вдруг, если заинтересуетесь, я думаю, что это очень интересно. Да, действительно. Кстати, то, что касается музыки, это вот я обращался именно к стихам
мы знаем стихи и их вариации. Какую исполняли музыку на эти слова, мы точно не знаем, потому что во всех сборниках только даются слова. То есть мы можем допустить, что все-таки распространение именно музыкального варианта имело значение, но как в дальнейшем исполнялась эта музыка, неизвестно. Я пытался найти именно ноты к каким-то народным исполнениям, ничего подобного мне пока не довелось найти, только вот слова. Но ритмически все выдержано. Саш, я думала, вы так споете. Да, было очень интересно. Хорошо, Жоза, спасибо. Спасибо большое. Да, Александр Владимирович. Мосина Екатерина Леонидовна. Кандидат искусствоведения, зам генерального директора ТБК «Москва» по связи с общественностью. Доклад. Жак Меланхолик и портрет оленя. Слитно получилось нечаянно. Да. Включить презентацию. Да. Ну вот мы сейчас пока включают, как раз прослушали, как текст Шекспира инициирует создание музыкальных произведений. А сейчас мы посмотрим, как шекспировский текст рождает живописное полотно. И обратимся мы с вами к одному из самых загадочных портретов елизаветинской эпохи, Маркуса Гейрардса-младшего. Портрет неизвестной леди в костюме Вирго Персика, он называется. Хранится он в королевской коллекции. Ну и настолько портрет считается загадочным, что крупнейший специалист по английскому портрету Рой Стронг, который возглавлял Лондонскую национальную галерею, который возглавлял музей Виктории Алберта и написал массу книг на эту тему, над этим портретом долго бился и написал, что все равно он остается неразгаданным пазлом. Но вы можете мне задать закономерный вопрос, а почему мы сегодня на шекспировской конференции будем обсуждать этот портрет? Во-первых, потому что разгадка этого портрета лежит в шекспировской пьесе. Это первое. А во-вторых, потому что этот пример показывает одну из очень характерных и очень важных черт не только литературы, но, наверное, и искусства елизаветинской эпохи в целом, когда разгадка смысла одного произведения не может быть найдена внутри его самого. Когда смысл эпиграммы, пьесы или, как в данном случае, живописного полотна отсылает нас к другому творению, которое и поясняет нам его. Этот портрет датируется 1600-1601 годами. На нем изображена молодая леди под сенью орехового дерева, которая венчает цветочной гирляндой оленя, роняющего меланхолические слезы. На коре дерева находятся три фразы на латыни, две из них, и одна на итальянском языке. А вот здесь, слева от группы, в картуше расположен полноформатный сонет. Если живописное полотно потребовало таких огромных, таких больших вербальных объяснений и дополнений, значит, перед нами не просто живописный портрет, это послание. Послание от, поскольку сонет написан от имени леди, послание модели, которая изображена здесь, а кто она и кому адресовано это послание, мы с вами сегодня увидим.
Английские ученые, ну и знаменитые Фрэнсис Йетс и Рой Стронг, о котором я уже упоминала, они изучали в первую очередь живописные особенности этого портрета. И Рой Стронг, рассматривая вот этот сюжет с оленем, решил, что он относит нас к мифу об Актеоне, написанному Овидием, и что поскольку и Бен Джонсон, и Джордж Филд в своих произведениях сравнивали с Актеоном Роберта де Верё, второго графа Эссекса, который погиб на плахе после своего мятежа, Рой Стронг предположил, что этот портрет каким-то образом связан с гибелью Эссекса. Ну, тут еще играет роль дата 1601 год, когда все это и произошло. Но на самом деле этот портрет отсылает нас не к мифу. Он отсылает нас к пьесе Шекспира «As you like it». Как вам это понравится? Эта пьеса, на мой взгляд, не до конца еще разгадана. Она является неким поворотным пунктом от первых искрометных комедий Шекспира к его зрелым трагедиям, но в ней уже звучит глухое предчувствие беды. И впервые здесь, как никогда, пожалуй, ранее у Шекспира, появляется герой, чрезвычайно ему духовно близкий, это Жак Меланхолик. И также здесь звучит явственная критика и государственного устройства, и придворной жизни, и того, что талант страдает здесь. И можно сказать, что можно вспомнить здесь знаменитые монологи Жака Меланхолика, когда он говорит о том, что здесь страдает талант, о том, что он мечтает о пестром камзоле шута, чтобы говорить правду. И действительно, в самом заглавии пьесы «As you like it» звучит некий вызов, я бы сказала. Как вам это понравится? И плюс к этому, не случайно эта пьеса никогда не была поставлена на сцене при жизни королевы Елизаветы I. И впервые была опубликована только в Великом фоле в 1623 году. Пьесу справедливо датируют 1599 годом, и она отчетливо отражает политическую ситуацию этого времени, когда этот персонаж, непредсказуемый, яркий, невероятный Роберт де Верё, второй граф Эссекс, вернулся против воли королевы из Ирландии, где он был генерал-лейтенантом, в Лондон и был заключен за это самовольное деяние под арест. Как в эту ситуацию в определенной степени отражает сюжет пьесы, где изгнанник герцог, изгнанник был удален от двора его братом, надо сказать, так же, как и Роберт де Верё, не просто оказался под арестом, он был лишен возможности общаться со своими близкими, находился в полном уединении, и даже, я бы сказала, те слова, которые произносит в пьесе об уединенной жизни герцог, изгнанник, они отражают те чувства, которых пишет Роберт де Верё в это время в своем сонете. Надо сказать, что он еще, как и многие из этих людей, был поэтом. Недавний любимец и фаворит королевы подвергся травле, и многие бывшие приближенные, как от прокаженного, бежали от него.
У Шекспира герцог и его свита ведут в Орденском лесу на такое почти пасторальное существование. Но при всем при этом это существовала в тот момент еще надежда, что конфликт между королевой и Эссексом будет разрешен мирно. Но затем Шекспир вводит в пьесу знаменитую сцену, когда придворный рассказывает о раненом олене, пришедшем умирать к ручью, и над которым роняет слезы Жак Меланхолик. И эта сцена уже написана с присущей Шекспиру просто обжигающей силой слова. И, конечно, вот в данном случае умирающую олень драматурга – это отсылка к мифу об Актеоне. Жак лег помечтать под старым дубом, прошу заметить, купающим в ручье ноги и корни. Туда приплелся раненый олень, чтобы умереть. И крупными, тяжелыми слезами он плакал, погибая без вины. Печальный Жак следил за ним. А когда рядом появляется группа оленей, тут, ну, метафора более чем прозрачная, Жак кричит: «Вы жирные, вы сытые, бегите!» Так повелось, не пяльте же глаза на дурня, околпаченного жизнью. В таких сопоставлениях поносил он столицу, двор, державы нашей сердце. Он говорил о плачущем олене и плакал сам. Какая праведческая метафора здесь у Шекспира, освещающая дальнейшую судьбу Эссекса. Ведь не пройдет и полутора лет, как граф Эссекс сложит свою голову под мечом палача на плахе, а вместе с ним переломится судьба и всех его друзей и сторонников. Но мы возвращаемся к вам, с вами к портрету дамы. Действительно, здесь он написан, как мы видим, явственно после гибели Эссекса. И в нем действительно многое говорит о его страшной казни. Например, вот мы их тут не очень видим, в кроне дерева ютятся зяблики. И Роя Спронга, который подробно разбирал этот портрет, эти зяблики просто привели в ступор. На самом деле, никак не мог понять, что они означают. На самом деле, это прямая отсылка тоже к Овидию. Дело в том, что люди из Елизаветинской эпохи не просто читали и знали его наизусть. Это был нескончаемый поток материала для их фантазии, для их творчества, для их зашифрованных посланий тоже. И в первую очередь, конечно, Шекспир тоже пользуется всегда метаморфозами. Царь Низ, которому отрубили голову, превратился у Овидия метаморфоза в зяблика. И также под мечом палача погиб и Эссекс. Богатейшую символику разработали создатели этого портрета вот в этом платье-модели, необычном костюме. Оно расшито птицами, виноградом и цветами жимолости. Все это символы. Вот особенно важны вот эти красногрудые птички. По-английски они называются robin, это малиновка. И это прямая отсылка к Эссексу. Именно так Sweet Robin называла его в дни нежности и благоволения королева. И сам Эссекс в своем сонете, написанном «В печальные дни одиночества», пишет, упоминая о себе так: «And when he died, his tomb may be a bush, where homeless robin dwells with jungle thrush». Вторая птица, еще более значимая, вот она с таким огненным опереньем, с распахнутыми крыльями и чуть-чуть загнутым клювиком. Mm-hmm. Это феникс. Гнездом феникса называли дом Сидни, который дал
английской литературе двух великих поэтов. Это Филипп Сидни и его сестра Мэри. Таким образом, этот модель этого портрета каким-то образом связана еще и с домом Сидни. Но самое важное, что надо сказать, это основу этого портрета составляет форма костюма из знаменитого сборника костюмов Жан-Жака Буассара «Вариарум орбис гентиум» 1581 года, который называется «Бирка персика». Вот это тоже очень характерный ход для людей, для творцов Елизаветинской эпохи. Искусствоведы сразу бросаются на слово персика, персидская. Экзотика. Почему костюм персидский? А главное, другое, главное, вирго, девственница. Это костюм девственницы. И в огромном сборнике костюмов Буассара, я не поленилась их просчитать, всего два костюма девственниц. И выбран один из них не случайно. Перед нами леди, которая связана с Эссексом и с домом Сидни, и при этом одна она девственница. И в 1601 году это может быть только одна женщина. Это Елизавета Сидни, графиня Редланд, дочь Филиппа Сидни, падчерица графа Эссекса и жена Роджера Мэнерса, пятого графа Редланда. На ее, здесь уже ладно, я перевернула, на ее шее, на траурном шнурке два кольца, которые именно так носили кольца в память об усопших. Одно с бриллиантом, одно с рубином. Бриллиант – воспоминание о славной гибели ее отца Филиппа Сидни на поле брани, и кровавый рубин – память о казни Эссекса. Ну и кроме того, ее брак с графом Редландом не был консумирован, по крайней мере, до 1601 года, до времени написания портрета, поэтому она в костюме девственницы. Ну и кроме того, мы говорили, что в этом портрете существуют большие вербальные добавления, слова. Перед нами, конечно, женщина-поэт, и поэтому в картуше сонет, написанный ею. А на коре дерева эти три фразы. «Справедливая жалоба на несправедливость», «Мое принадлежит мне» и «Новая печаль, лекарство от печали». Я думаю, что Елизавета Сидни была не только автором стихов этого, которые мы сейчас услышим, вот этого сонета, но, кроме того, она и была архитектором всего концепта этого удивительного портрета, созданного, ну, прямо скажем, для расшифровки, как розетский камень, когда каждый иероглиф требует отдельного для нас расшифровки. Можно воспринять вот эту первую фразу «справедливая жалоба на несправедливость» как мотто, как основополагающее для всего этого живописного полотна. Потому она и расположена на самом верху этого портрета у кроны дерева. Но на самом деле здесь в сонете сливаются две жалобы. Это жалоба на несправедливую жестокость оленя, роняющего меланхолические слезы, и жалоба самой дамы, от ее имени написан сонет, на бесплодную, безответную любовь. Горе потери отчима затмевается в сердце Елизаветы болью безответной любви. Печаль лечит печаль, как говорит она в начертанных на дереве словах.
Я не буду читать весь сонет, но прочитаю часть его. Благодарю Светлану Александровну за поэтический подстрочник, который она сделала. «В раздумьях страждущего оленя утешу, чьи горькие слезы – отзыв моим страданиям. Меланхолия его слез и мои тихие вздохи – вот то лекарство, что лечит мою душу. Все надежды сошлись в этом дереве, которую, что посадив, с любовью я растила. Но и то вышло пустое. Слишком поздно я уразумела, что мне одни скорбутки, а ядрышки другим. Лишь музыка листвы, да горючие слезы, единственно плоды от древа той любви». Вообще, я думаю, что по замыслу Елизаветы сонет этот должен был размещаться на коре дерева, точно так же, как пишет свои сонеты Орландо в пьесе «As You Like It» и оставляет на стволах деревьев. Но это было практически невозможно сделать в портрете, поэтому его изменили эти слова, три фразы. Необходимо сказать об общем настроении портрета. Но вернемся обратно к нему туда. Первое. Об общем настроении этого портрета. Это живописное послание проникнуто меланхолией. И его композиция точно отражает те черты меланхолического портрета, а их немало возникает в эту эпоху, которые стали уникальным явлением елизаветинского времени. Это и нависающая над моделью крона дерева, и туманный пейзаж за ее спиной, и бегущий вдали поток. Но в данном случае это не просто формальные следования жанровым стереотипам, это желание показать дорогому адресату, графу Ретланду, что его настроение разделено с нею. И в картине литературный образ оленя, который возникает в пьесе «Звилак Пит», меняет свое значение. В пьесе Шекспира, как вы помните, я цитировал, «крупными, тяжелыми слезами плачет умирающий олень». В сонете на портрете сказано «роняет меланхолические слезы». Меланхолические слезы оленя – это слезы Жака-меланхолика. Олень Елизаветы Сидни, которого она пытается утешить, это ее супруг, граф Ретланд, после мятежа Эссекса, оказавшийся в Тауэре, потерявший свое состояние, приговоренный к штрафу, осуждаемый родными и, главное, потерявший дружбу, ну, основного человека в его жизни, лучшего друга, графа Саутгемптона. Портрет Елизаветы Сидни, вот этот, ни по формату, ни по характеру живописи, но по основному духовному содержанию можно считать парным вот к этому портрету Роджера Мэннерса, который в миниатюре, который создал Исаак Оливер в 1596 примерно году, когда молодой Ретланд только что вернулся из своего путешествия по Италии, и он сидит под тенью мощного дуба, точно так, как описано у Шекспира, как сидит под тенью дуба Жак-меланхолик. И если вы помните, Жак-меланхолик тоже путешественник, и он бывал в Италии, и катался в Венеции на гондоле, и более того, о своей меланхолии Шужак говорит так: «Моя меланхолия – это меланхолия особого рода, свойственная лишь мне одному. В ней много сторон, она имеет много причин, и вся она, в сущности, результат размышления над моими странствиями». Видимо, вот этот невероятный мощный дуб, который мы видим и на миниатюре Исаака Оливера, и который возникает в пьесе у Шекспира – это реальное, излюбленное место для одиноких размышлений графа Ретланда. И в 1611 году
совсем незадолго до ухода со сцены жизни этой поэтической четы Елизавета Ратла в стихах описания Кокхама, которые уже много столетий печатаются, публикуются и изучаются под именем ее маски Эмилии Ланьер, посвятит своему супругу и этому священному месту под старым дубом вот такие поэтические строки. Now let me come unto that stately tree, wherein such goodly prospects you did see, that oak that didn't hide his fellow's path, as much as lofty trees, low growing grass. How often did you visit this fair tree, which seemed joyful in receiving tea, where being seated you might plainly see hills, vales, and woods, as if on bended knee they had appeared, your honor to salute, чтобы приветствовать вашу честь. Таким образом, портрет Маркуса Гирардса, пьеса Шекспира, миниатюра Исаака Оливера и поэма составляют как бы единый художественный конгломерат, каждая из частей которых, мне кажется, дает возможность по-новому увидеть каждый из этих творений. Ну а что касается загадочного портрета, мы надеемся, что когда-нибудь в каталоге Королевской Академии он будет обозначен как портрет Елизаветы Сильни, графини Ретто. Спасибо. Если есть вопросы, то... Нет, стоило даже сказать, что вы сейчас присутствовали в мировом открытии. Вот я думаю, что это все знают, а знаем теперь только мы. Нет, действительно, портрет я открытие это сделала. Нет, надо честно сказать, что впервые портрет Елизаветы Ретланд, вот с этой подписью Елизавета Ретланд, был напечатан в книге Марии Дмитриевны Литвиновой. Господи, как же не открытие Шекспира, апология Шекспира. Да, но Мария Дмитриевна не занималась специально этим портретом, не было доказано, почему это Елизавета Сильни. Вот, собственно говоря, ряд доказательств, которые мы пытались найти, вот они найдены сегодня. Вот, и связь, конечно, меланхолически роняющего слезы с образом Жака Меланхолика, который нам представил Шекспир. Вы знаете, у нас товарищи, да, наши удаленные авторы, докладчики. Светлана Александровна Макуленкова, доктор науки, филологии, писатель. Вообще не перепутали. Нет, это плохо, это она не собиралась выступать. Ну да, она просто вирус, но она сообщение отправила. А, хорошо. И наша Масленникова исчезла. Да, она исчезла, она не подключается больше. Слушаем дальше, Светлана Александровна. Я хотела бы начать со слов благодарности. И сказать, что для меня большая честь, очень большая радость сегодня участвовать в конференции. Мало того, что эти конференции всегда исключительные, мало того, что шекспировидов, как и арене, становится все меньше и меньше. Но помимо этого, в той конференции, в которой мы сегодня участвуем, есть особая прелесть, тем особенно это ваш огород. Есть какая-то действительно удивительная атмосфера, которая располагает нас к некому размышлению, не просто к тому, что мы поделимся какими-то результатами своих наблюдений, но к возможности каких-то размышлений. Я должна сказать, что, например, шлейф вашей конференции, он очень долго отзывается потом в жизни, и в профессиональной, и в обиходной. Сократ говорил, что
для того, чтобы состоялась хорошая беседа, должно быть не более 9 приглашенных. Но мы не будем по пальцам считать всех желающих принять сегодня участие, но известная формула – много званых, мало избранных. Просто Шекспир, понятно, нас как оленей просто поштучно допустил до своего водопоя сегодня. И мы можем прикоснуться к этому божественному источнику, который питателен, который вдохновителен, который, ну, то, что утешителен, то есть благостен. Я хочу в продолжение Катиного выступления, Катя сегодня сделала прорыв в мировом шекспироведении, это исследование когда-то будет входить просто как грандиозное открытие шекспироведения, это очевидно, и мы оказались своими причастниками. Я хочу, Катя, продолжить эту линию, которую ты прочертила. Я хочу вас призвать сегодня еще к одному открытию. Это очень тяжко оказаться на краю бездны, когда ты есть носитель знания, которое никто не разделяет. И поэтому желание разделить это бремя, оно очень естественно. И оно очень радостно. Вот сегодня я хочу поделиться с вами вот таким откровением, относительно которого человечество еще пребывает в абсолютной невинности. Я хочу вам рассказать, как родилась в голове Шекспира в этой гениальной голограмме, в этом melting pot, в этом котле кипящем воображения, как родилась идея. В общем, наверное, сегодня я бы сказала высшей точки его творчества. Ну, Гамлет сегодня уже признан, что делаем 400 лет понадобилось человечеству, чтобы как-то проснуться, так перешерстить свой опыт, кое о чем задуматься и признать, что Гамлет – это высшее откровение шекспировской мысли. Вот сегодня было очень верно сказано Михаилом Николаевичем, что наша жизнь течет по-другому, только потому, что у меня есть Шекспир со своими откровениями. Когда-то впервые я об этом мысли споткнулась в связи с Сократом. В какой-то ситуации непростой, подумала, что а что бы было вот со моей сегодня, в 20-21 веке, конкретной, маленькой, незаметной, пылинкой жизнью, если бы я вот в этот момент не оперлась на великий опыт этого трагического мудреца. Также и Шекспир. Если бы не было Гамлета с постановкой вопроса «быть или не быть», перевернувшей европейскую парадигму сознания, вопросы, на которые мы сегодня до сих пор не можем ответить, потому что мы не имеем того запаса, того объема внутренней отвертости мысли под названием «дерзновенная мужественность», чтобы сказать себе, о чем вопрошает Шекспир в этих 3-5 словах, обращаясь к нам. Что означает «быть или не быть»? Вот весь 20 век, вся советская эпоха пламенно кричала в ответ на этот вопрос «быть» Павлики Морозовой и все. Конечно, «быть», но кто подпишет себе приговор «не быть»? И самое невероятное, что тихо, шепотом, в тиши собеседования самим собой Гамлет-то и вышептывает «это не быть». А кто сегодня может это сказать? Кто может сегодня дать статью на эту тему? Когда я поставила вопрос о том, что я хочу написать о философии смерти Джона Данна в своем «Мире» когда-то, мой профессор, академик Балашов, сказал: «Светлана, вы с ума сошли. У нас с 2017 года нет такой проблематики в науке». Я сказала: «А как мы что, ее отменили? Вообще смерть?» Он сказал: «Нет, давайте мы поставим вам в план на философии жизни у Джона Данна. А вы пишите, что хотите». Точно так же и с Гамлетом. «Быть или не быть? Не быть!» — говорит Гамлет всем своим существом. Почему не быть? Почему всем быть, а ему не быть? Потому что он не может быть этим, как все. Он может быть только в исключительности этого плачущего. Гениальный перевод. Тяжелыми слезами. Надо же так найти. Это Вениамин Шлимик, я не понимаю. Тяжелыми слезами плачущего. Гениально. Оленя найденное слово. Так вот, это не быть гамлетовское, если ты должен жить свинья свиньёй и вообще неизвестно кем,
и забыв обо всем и вся. Опять же, продолжение мысли, сегодня заданной изначально как тон сегодняшней конференции Эммы Фёдоровны, организатором конференции, о том, что свободная мысль, она не имеет притыканий, и ее нельзя и невозможно остановить, что бы ты ни делал своими земными усилиями. Так вот, это не быть Гамлета, где он не соглашается быть таким, как Клавдий, таким, как его мать, таким, как Полоний. Он не соглашается встроиться в хвост человечеству. С его обывательской нормой хоть как-нибудь, но выжить. Это величайший поворот. Эти пять слов – это величайший поворот в парадигме европейского сознания. Пришел Христос на землю и сказал: «Все люди, братья, всех возлюбите, и мы сегодня празднуем Светлую Пасху». И пришел какой-то там варвар, дикарь, Шекспир, где он там родился, или вообще, может быть, он не родился, может быть, нам ангелы нашептали и сказали. И сказал: «Нет, нет, господа, это не для меня, это у вас там. А у меня сложнее, а у меня тоньше. А почему ты не можешь быть как все? Да я могу постараться, но его душа не велит. Я не могу вписаться в этот обиход. И хотела бы, как Ахматова гениально написала, возвращаясь из ссылки, я хотела быть простой советской бабой, но ничего не выходит». Из Гаршина опять полетел роман. Поэтому Гамлет и не хотел, и не пытался. Он знал, что он уже заповедано. И он просто сам для себя говорит. Последнее, своя эпитафия, свою эпитафию. Быть или не быть. И, конечно, совершенно очевидно, что он выбирает свое не быть. Поэтому все финалы дальше прочерчиваются. Отравленная шпага, не отравлена, все равно, так или иначе. Это не шпага его убивает, и не яд на конце этой шпаги. Это его выбор, можно сказать, что он его убивает, а можно сказать, что он его возносит и прославляет, потому что мы не можем дотянуться даже до ступней этого великого вознесения. Итак, я сегодня хочу совершенно про другое с вами поговорить. Я хочу рассказать вам тайну мышеловки. Значит, я долго думала, я очень долго мучилась. Набродяне недавно в своем диалоге с современностью по теме, которую я заявляла в институте, в Литинституте читала Шекспир versus искусственный интеллект. Конечно, можно сказать, поскольку у нас мало избранных по Сократу здесь, и как-то мы уже о чем-то, мне кажется, договорились, можно сказать проще. Шекспир против искусственного интеллекта. Меня, как нам это не интересует проблема искусственного интеллекта, это там у них на Земле свои игры современные, но меня интересует как бы вот это не быть Гамлета, то есть не быть Шекспира. Что такое Шекспир, вписанный в парадигму искусственного интеллекта? Правда ли это, что если загнать в машину весь запас слов всемирный, то мы на выходе чаем имеем шанс получить произведение Шекспира? И опыт говорит, что это неправда, что этого не будет никогда, что был один Шекспир, и больше не будет. Ни Шекспира, ни Моцарта, ни Пушкина. Как бы мы их ни расценивали при жизни, потом всегда человечество будет кусать локти. Почему? Потому что есть законы, которые над нами стоят, и мы не можем их преломить через коленку и заставить работать так, как мы хотим. Лупишь там, где хочешь. И первый закон, что человека делает человеком боль, как нам это не прискорбно признавать, как мы не воюем против этого, как мы не согласны с этим. Но все-таки человеческое в человеке утверждает только боль. Более метафизически это сформулировали на европейской парадигме древние греки. Они сказали, что рок делает человека человеком. То есть то, что ты не можешь ни выработать, ни заслужить, что само находит тебя и ставит тебя перед выбором. Вот как Гамлет был поставлен перед выбором убийством отца. Он никак не был задействован в этом, но это оказалось частью именно его жизни, совершенно случайно. Но тем не менее, точно так же, значит, в человеке человеческое поддерживает только боль,
как бы мы этому не сопротивлялись. И второе, что из этого проистекает? Из этого проистекает, что человеческая мысль некими, опять, мирными законами, она работает не логистически, то есть она не может гарантировать себе в исходной точке финал, то, о чем сегодня говорил Виталий, но, правда, в более таком, как бы, упрощенном варианте. Предсказуемо или это нет? Я не согласна с этим. Я считаю, что как раз все просматривается и все предсказуемо, несмотря на закон парадокса. Просто надо его закладывать в поиск, и тогда все предсказуемо. Но это же, конечно, линейно, непредсказуемо ничего. И то, что человеческая мысль работает прыжком. И как она совершает этот прыжок, она не может просчитать, она этого не знает. Это совершенно метафизическая машинерия. Итак, исходя из двух, как говорили древние, через одну точку можно провести сколько угодно прямых, то есть можно допустить что угодно, что я сегодня сделала с началом мира. А вот через две точки можно провести уже только одну прямую. Так вот, эта точка боль и мысль человека как прыжок говорят о том, что никакая машина никогда божественную машинерию человеческую не сможет вместить или заменить. Что мы имеем на выходе в связи с этим? Мы имеем высшую точку, как я сегодня смею утверждать, всего шекспировского наследия. Это инкорпорированная сцена в Гамлете, театр в театре, мышеловка. Вот когда меня сегодня везли на эту конференцию под дождем, я вспоминала, что в годы моей юности, когда я слушала университетские курсы, эта сцена обсуждалась и активно обсуждалась в каком ключе. Вот совершенно правильно сегодня, нет, Михаил Иванович об этом говорил, она прочитывалась как представление Шекспира о театре. У нас нет ни трактатов, ни воспоминаний, ни мемуаров, как Шекспир воспринимал театр. Но у нас есть указания Гамлета актеров. И вот их аккуратно складывая и раскладывая, мы как-то пытаемся сконструировать, как все-таки Шекспир воспринимал театр. Так эта сцена читалась в годы моей юности. Сегодня это все ушло, как с белых яблонь дым. И сегодня как бы мы стоим перед другим этапом погружения в загадку сцены «Мышеловка», которой я хочу сегодня дать разрешение вот на ваших глазах. Итак, во всех справочниках сегодня написано, что неизвестно, как возникла идея этой сцены и где Шекспир ее взял, и как он, и почему она ему понадобилась. То есть почему мы как бы можем по сюжету восстановить, но как она родилась и откуда взялась, неизвестно. Есть сегодня две точки зрения на этот вопрос. Первая точка зрения, высказанная Доваром Волшином, 20-30-е годы, о том, что Гамлет сам говорит в тексте, во втором акте, вторая сцена, о том, что есть такая прекрасная пьеса, написанная изящным итальянским языком. И англичане сегодня, вы представляете, 400 лет спустя, честно верят и ищут эту вот. Гамлет говорит, убийство Гонзага. Такая повесть имеется и написана отменным итальянским языком. А потом он говорит, когда его кто-то спрашивает во время Клавдии, а что мы смотрим? Он говорит, а мышеловка. Да, господа, убийство Гонзага они ставят и смотрят, или они смотрят мышеловку. А почему никто не интересуется, а у мышеловки нету какого-нибудь текста, написанного отменным английским языком или итальянским? На это вообще никто не обращает внимания. Значит, останавливаются все на убийстве Гонзага. Такая сцена, да, пьеса должна была быть. Это англичане. Они честно прошерстили все имеющиеся аналы эпохи, английский текст, не нашли ничего, даже близко подходящего. И теперь все ссылаются, что, возможно, был итальянский, где-то на Марсе, в Италии, там. А Шекспир родился в Трентфорде, как я говорю, на святом. Ну, поднимите, джентльмены, Виталий. Родился в Стрэнфорде, ничего не доучился, ни одного современного языка не знал, ни французского, ни итальянского. Ну, может, начатки латыни и греческого. Бен Джонсон все время над ним издевался, что он в греческом не Копенгаген был по сравнению с Беном Джонсоном, сыном Каменщика. Ну вот, и значит, но то, что Рабле вообще не был переведен еще 100 лет, а через 100 лет, в конце 17 века, только 5 экземпляров издали перевода.
Через 100 лет. Да, да. Вот в Литинституте был доклад, что ты у Шекспира, где автор утверждал, что по Рабле и Алаферн взят имя из Рабле. Я специально проверила. Рабле написал не на латыни, не свой роман. Я проверила. А на чистом нововозникшем французском языке, которого не преподавали в приходской школе, в Стрэдфорде точно. Современных языков своей эпохи, а Шекспир точно не знал. А заимствование из Рабле, особенно в комедиях, ты знаешь, направо и налево. И как это могло, понимаешь, таким наитием быть? Ну вот, но эти частности мы опускаем. Переходим к главному. Значит, англичане копают уртекст убийства Гонзага на итальянском, которого нету. До того дошли бедные англичане. Вообще голову, может быть, это. Они, например, пишут некоторые критики, что неизвестно. Шекспир воспользовался этим несуществующим текстом. Или сам Гамлет. Я читала, перечислила, думаю, как сам Гамлет вообще. А дальше они пишут. Вот Гамлет говорит актеру, что вот он допишет, еще не написано, а завтра уже спектакль при дворе, что он еще напишет 12-16 строк, не могут ли они выучить. И вот мы не знали, успел ли он дописать или нет, и были ли эти строки прочитаны во время представления или нет. И все это всерьез. Вы представляете? Взрослые люди, убеленные мировыми познаниями. Ищут то, чего нету. Кошку в черной комнате, которую куда ее не запускаем. И будут искать вечно, и ничего не найдут. Значит, ответа не будет. Значит, мы будем гипотетически все время рисовать какие-то пузыри. Итак. Я вам все говорю, да, это первая точка зрения англичане. Уртекст итальянский. Английский нет, близко не ищут, уже ничего нет, об этом подальше, долго искать, надо будет еще 400 лет. Теперь наше шекспироведение. 39-й год. Под вопросом почему-то стоит, Катя. Перевод Гамлета сделал Морозов. И в комментариях вот к этой сцене Морозов написал сакраментальную фразу. Значит, вопросом мышеловки англичане занялись в 1852 году, то есть 150 лет. Не 400. И он написал сакраментальную фразу по английским тоже версиям ранним, еще до этих итальянских уртекстов. Значит, он сослался и написал, что в 1538 году, а здесь вы уже как в Эльфскую эпоху можете вынуть воск, которым эльфы вам заклеили уши, и слушать. Уже что-то начинает позванивать. Значит, Морозов, отечественный шекспироведник, как-никак, написал, что сноска в 1538 году совершилась в Венеции убийство Франческо Марии I де ля Ровера Урбинского отравлением через ухо. И, скорее всего, именно этот сюжет и повлиял и на идею мышеловки. Но я опускаю за скобками, что в скандинавских хрониках никакого уха в помине нет вместе с садом. Там протагониста зарезают во время пиршества за кубком вина, его поражают кинжалом. Вообще этой темы нету. И это с одной стороны, значит, Глиншет и так далее. А с другой стороны, Европа, Италия, нежная и сладкая, все время указывается, что сюжет странный. Сказать, что в Италии каждый день кого-то отравляли через ухо, нельзя. То есть для Европы сюжет тоже экстраординарный. Теперь вопрос. Как Стрэдфорд мог узнать о сюжете, который совершился в Венеции за 70 лет до этого? Значит, теперь еще один интересный момент, я для себя отметила. Мы все время говорим убийство, влетим там, влияние, не знаешь, как сказать-то, яда в ухо. Но в эту эпоху
существовала методика лечения людей. Поэтому и в этой урбинской версии говорится, что цирюльник, как и намек есть у Шекспира на это, влил яд. И цирюльник исходил из лечебных задач, а не отравительных задач. То есть, как отравление, сюжет для Европы скандальный был, огромный, известность получил. Но я так понимаю, хотя никто, я не нашла ни одного исследования на эту тему, с медицинской точки зрения это был какой-то обиход. Ну, просто он не кончался летальным исходом, так или иначе, а тут кончился. И вот теперь мы с вами переходим. Это был Морозов. Более того, Морозов, когда он нашел эту историю для Раверы, урбинского герцога, он, видно, был очень впечатлен, обращен ею. И он настойчиво указал Пастернаку, поскольку Пастернак у него консультировался, и Пастернак тоже поставил сноску на этой строке. Но Пастернака тоже указано не на Дора Уильсона, не на уртексты, не существующие мышеловки, а на то, что в 1538 году герцог Урбинский по делам как бы дипломатическим оказался в Венеции, и в саду был там отравлен. Все, одна очень короткая фраза. Вот мы имеем сегодня две версии. Первая – это поиск несуществующих прототипов текста исходников. И вторая версия – это, собственно, исторический факт, некий, который мутировал сознание, так или иначе. Как они сошлись? Как возник текст, вот этот текст Шекспира? Вы знаете, это совершенно, конечно, умопомрачительная история. Я не знала, если не получилось читать вам короткий вариант или рассказывать, потому что она достаточно запутанная. Поэтому я сейчас вам прочитаю сначала. А если будут вопросы, чтобы все успеть сказать, там есть приходящие моменты, чтобы успеть сказать. А если нет, я тогда уже потом отвечу. Итак, я хочу вам прочитать кусок текста, на который я опираюсь. Вот. Сюжет о герцоге Монтуанском, потому что Гонзаги – это монтуанские герцоги, это их фамилия. Сюжет о герцоге Монтуанском. Гильельма Гонзага. А у Шекспира? Гонзага. И Морозов тоже Пастернака очень предупреждает, чтобы не было путаницы. Оценку. Значит, Гильельма Гонзага я перевела Уильям Гонзага в Грете для простоты. Отец, потому что у него Уильям Грета. А Гильельма – это итальянская глазурь. Да. Значит, исходная глазурь Гильельма, значит, в английском Уильяма Гонзага. Отце Винченце Гонзага, сюжет, для которого на арене величественного амфитеатра Винченце играли Эдипа Софокла. Этот сюжет станет краеугольным моментом гамлетовской мышеловки. Значит, мы находимся сейчас в городе возрожденческом, Виченце, и любуемся огромным чудом света, одним из амфитеатром каменным, мраморным, который они построили за 12 лет, 84 года, Шекспир был в 96-м. 95-й. Значит, за 13 лет до этого этот стадион был выстроен, и он назывался Олимпичи. Олимпичи, да, сейчас Олимпичи. Значит, то есть это было чудо света, это такая стройка века была для маленькой Виченцы, в общем, тем более. Значит, и этот сюжет позволяет идентифицировать автора «Путешествия Кориета» Шута и автора «Гамлета». Сначала идея, а потом картина. Мысль Леонардо да Винчи гениальна. Сначала идея, потом картина. Является краеугольным оселком в лабиринте шекспировского сознания. Дайте я вам все-таки зачитаю этот кусок про амфитеатр, чтобы все было понятно. Потому что очень сложно. И скорее это. Вот он приехал в Виченцу. Четвертый и последний достопримечательностью города служит великолепный театр, который был построен по всем правилам искусства в 1580
1974 году и назывался «Академичи Олимпичи», стадион олимпийцев. Почему, впрочем, не знаю, каких олимпийцев там не было. Там есть оркестра греческая, сделанная по подобию римских оркестр, то есть сцена. В этой части оркестра сидят только благородные и выдающиеся личности. Значит, ну, как бы первый там амфитеатр. Человек, который показывал мне театр, сказал, что оркестра с 14 рядами скамей. Партер. Партер, да. Все-таки партер там. Да. Нет. Но у греков оркестра это сцена. Они там есть скена. Нет. Правильно. Там не скена, это партер, наша сцена первый. Там отделена. Да. Да-да-да. Человек, который показывал мне театр, сказал, что оркестра с 14 рядами скамей могла вместить около 3000 человек. Сцена также представляла собой весьма внушительное и впечатляющее зрелище. В этом театре в течение многих лет ставились, многих лет, это вот 12 лет, 13, ставились пьесы и происходили разные торжественные приемы в присутствии Уильяма Гонзага, вот этого Гильельма, герцога Мантуанского, отца нынешнего герцога Винченцо Гонзага. В это время в театре, эти 12 лет, с чего начали они его осваивать, эту сцену новую, с большим успехом показывали трагедию Софокла под названием «Эдип». История этого представления прекрасно изображена на парадной стене у входа в театр. Над каждой из трех дверей я прочел надписи заглавными буквами. Итак, сначала идея, потом картина. Итак, идея залетела в голову. Амфитеатр, Софокл, Эдип. И Гонзаги. В 1596 году Крет возносит величие греческой трагедии, исполняемой на древней арене. Он четко проговаривает слова «театр», «Эдип», «Софокл». Его восхищает аспект культуры, который недоступен современной ему Англии. Ни греческих амфитеатров, ни Эдипов, ни Софоклов английский обыватель не разумеет. Так выстраивается новая цепь понятий символов. Эдип, Гонзага, Гамлет. Среднее звено ляжет сюжетом пьесы. Гонзага, мышеловка. Эдип Софокла обретет зеркальное отражение в Гамлете. Но для этого Кариэту предстоит еще самому им стать. Прозрачность ситуации явственно высвечивает работу драматургического механизма мысли, вершиной которой станет гамлетовская мышеловка. Вставной сюжет трагедии, хранящий зерно всей пьесы, с воспоминанием автора об амфитеатре Винченцо и Софокле. Посетив город, Кариэт узнает, что здесь, незадолго до его визита на 4 года, в 1592 году, вот-вот только все говорят об этом, был убит собственным племянником Альфонсо Гонзага, сын Луиджи Гонзага, которого обвиняли во влитии яда. Значит, внук убил сына, того якобы отравителя, которого оправдали. С Равером Урбинским. История преснопамятного злодейства прокатилась по всей Европе. 1538 год. В разбирательствах принимали участие Папа Римский, король Франции и венецианский дожд. На Луиджи Гонзага пало подозрение в отравлении в 1538 году герцога Урбинского Франческо Марии де ля Ровера, блистательного рыцаря, отважного воина, и покровителя искусств, с которого Бальдасаро Кастильоне, да, вот он, идеальный образ рыцаря эпохи. Вот если вы хотите увидеть, как выглядел отец Гамлета, вот можно ознакомиться. Именно с этого
этого человека, Бальтазара Кастильоне, написал свой знаменитый портрет, придворный. Пандан Макиавелли князь. Способ отравления был изощренным. Цирюльник влил яд в ухо, когда он спал в саду. Память о удивительной личности герцога Урбинского сохранил прекрасный портрет кисти Тициана. Вот он перед вами. Созданный за год до его смерти, в 1537 году. Со временем он был гравирован. И через 40 лет, в 1575 году, увидела свет элогия, эклога, Паола Джовия, которая была очень популярна в Европе. Элогия Верорум Беллика Виртуте Иллюстрирум. Возможно, Клин привез ее с собой, эту тоненькую книжечку, где был гравирован портрет и восхвалительный стих. Наверное, на латыни, судя по всему. Возможно, Клин привез ее с собой, возвратившись из европейского путешествия. И она до сих пор пылится в его библиотеке Бельвуаре. Это более чем вероятно, ибо портрет отца Гамлета удивительно напоминает идеальный образ воина, которым Паола Джовио, а также Пьера Аретина, дальше, пожалуйста, а также Пьера Аретина, это его супруга. Почему я поставила, тоже парный портрет, почему я поставила на ее портрет? Я нашла удивительную фразу о ней. Так как бы ни о чем. Было сказано, никто никогда не обвинял Елизавету Урбинскую, она Гонзаго урожденная, Гонзаго Урбинскую, прожившую 30 лет, предыдущий портрет, с Марией Пером де ла Равера, это ее супруг, второй портрет теперь. Никто никогда не обвинял эту женщину, прожившую 30 лет в браке, так же, как отец и мать Гамлета, Гамлету чуть за 30, никто никогда ее не обвинял в том, что она была неверна своему мужу. Это к вопросу о мышеловке. Дальше, пожалуйста. Это портрет Бальдасара Кастильоне. Я не люблю Рафаэля, но я не буду испытывать ваш вкус. Говоря, предлагаю вам сравнить два портрета. Левый – это Рафаэль, известный портрет Бальдасара Кастильоне. А правый – это Тициан. И дальше последний портрет – это тоже Тициан Аретино. Итак, Пьетро Аретино характеризует модель тициановского полотна. Тогда как образ самого Гамлета становится первым в Англии портретом легенда, которого пристрастно трудилось итальянское возрождение. Это очень интересная тема, о которой я споткнулась. Это как формировался образ интеллигента. Первым, кто начал создавать извод подлинного интеллигента, был именно Тициан. И у него всего несколько работ такого плана. И видно, как трудно дается ему поиск этого нового образа в европейском сознании. Почему? Потому что образ, который предшествовал образу интеллигента европейского. Это был образ, созданный Бальдасара Кастильоне. Это был образ придворного, воина и поэта. И Филипп Сидни осуществлял именно этот идеал в Англии. Поэтому первым интеллигентом в Англии, в физической перспективе, конечно же, был Шекспир, окончивший и не доучившись там. Понимаете, Ева Федоровна, это я к размышлению, понимаете. Первым интеллигентом был Шекспир. Почему мы, может быть, знаем его портреты или не знаем, мы спорим, но у нас есть извод, у нас есть импресса, у нас есть отпечаток портрета Шекспира. Это Гамлет. А мы до сих пор спорим, он был неврастенник, шизофреник, он был трусливый или он как раз был храбрый? Он был просто первый интеллигент. Вот у них не было никого таких. Вот мы с вами собрались 9 человек, а у него даже этого не было. Вот он был какой-то свой круг. Жанна Александровна, у нас сейчас ужин остынет. Давайте мы
все остальное может быть еще там же самое. Ну, 3-5 минут еще, да? Да. А, и у нас еще появился еще один... Прекрасно, я вижу. Квартет Тициана таит свою разгадку. Квартет Тициана, Марии де Ровера, первый, если можно, повторяю, таит, плюс ко всему, еще разгадку сцены встречи Гамлета с матерью. Мне лично рассказывал Аникс, как ему лично позвонил Любимов, который с Высоцким ставил Гамлета на Таганке. Спросил, что мне делать с этими двумя портретами, посмотреть, так сказать, на один портрет, он говорит, смотри, на другой, что мне делать с этой сценой? И мне разговаривали, что я очень был смущен, потому что я мог предложить ему только вот эту версию с этим tapestry, с полотном, да, где якобы были медальоны. Так вот, вот разгадка этой сцены. Портрет Тициана таит разгадку сцены встречи Гамлета с матерью. Вот два изображения, вот. И вот, на этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Вот идет формирование образа придворного интеллигента. Трагедия «Эдип» в «Горизонте Гамлета» объясняет непроясненность шекспировского текста. Так же, как и у греков, основа сюжета составляет сложный клубок взаимоотношений протагониста с матерью, как судьбой. Тема рока приводит к кровавой развязке финала, которая ложится на датскую почву. Драматург делает все, дабы увести внимание читателя от истинных источников своего вдохновения, как итальянских, так и греческих. Цена сегодняшних обретений в контексте путешествия Криета, как записной книжки Шекспира, огромна. Так, внутренние тяготения свидетельствуют, что сальные остроты Гамлета, обращенные к Офелии в сцене мышеловки, не смог перевести ни один из русских переводчиков. Они требуют другой жесткости и остроты. Игра по сокрытию подлинных линий сюжета обладает у Шекспира беспрецедентным размахом. Драматург настойчиво отключает внимание публики от внутренних интенций и переключает на случайные боковые коллизии. Становится понятно, какие силы он бросил в огонь игры собственным именем, которое превратил в одно из действующих лиц своего театра. Словно пыль в глаза, действие конца второго и третьего акта пестрит бесчисленными историями, дабы за соснами скрыть лес. Здесь и беседа Гамлета с Розенкранцем и Гильденстерном, и Полоний старый хлопотун, и Офелия, невинная жертва. Тут и хор мудрецов-актеров, разговор с Горацием. А чего стоит путаница в титулатуре игровой читы Гонзага? Они то граф и графиня в первом кварте, то король и королева. Результат путаницы первого и второго кварта. Так выступает аналогия с Клавдием Гонзаго и Гертрудой, матерью Эдипа. В пьесе «Как в тигре» происходит живое преображение европейского театра. Но какова интересующая автора сентенция? Он наносит удар в самое сердце греческой традиции. Как Лоренцо Медичи оспорил обожествляемого им Гомера и заставил Париса на полотне кисти Сандро Боттичелли вручать яблоко не Афродите, но Афине Палладе, тем самым открыв перед новейшей европейской историей горизонт интеллигентности. Почему пошли интеллигенты только в кисти социально? Так Шекспир оспоривает мысль Вергилия в монологе «Гамлета быть или не быть», тем самым начиная новое духовное летосчисление европейской культуры, о чем я сказала. Вплоть до настоящего времени идут поиски уртекста мышеловки, как среди британских, так и среди итальянских драм. Простодушные шекспироведы, вслед за Добром Уилсоном, более 100 лет не могут отказать в доверии словам Гамлета о пьесе на отменном итальянском языке. Ситуация наглядно выявляет, насколько далека современная критическая мысль от оригинальной игровой стихийности сознания Шекспира. Драматург складывает свой грандиозный замысел из мелких осколков реальности, которые тщательно подбирает, прячет швы и стережет от постороннего взгляда, тем успешнее и величественнее результат, если его составляющие скрыты до поры до времени. В данном случае они завуалированы более 400 столетий. Итак, теперь уже мое подношение вам, мой вам подарок. Значит, мы все согласны, общеместно, что мышеловка – это интерполяция. Это встроенный текст совершенно другой природы. Он написан архаически в стиховке, в стиле Марла. Он очень отличается от стиха Гамлета и так далее. То есть это интерполированный текст, и он как бы так несет эту идею, что он здесь не случайно, но он чужой. Я хочу вам с вами поделиться, ну, так сказать, своим последним откровением. И у меня нет ответа на это. Я вызываю тебя, Кать, только если ты сможешь посмотреть ситуацию.
Итак, письмо Татьяны Онегину. Скажите, пожалуйста, на какую форму она к нему обращается? Не пугайте, кто вы, но я вам пишу, да, но на какую форму она к нему обращается? Не знаю. Ну да, в каком лице она к нему обращается? Я. Вы правильно? Вы. Другой. Нет никому на свете, нет головы, сердца, я. Кто бывший судьбу завете, то воля неба, я твоя. Это она говорит, запустим в французском языке, еще один был текст, которого не было. Допустим, она это говорит на французском языке. Но она этого мужчину видела один раз. Зачем с брусничным говорением? Что значит «я твоя»? Воспитанная барышня сельская, провинциальная. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, как робот и хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся. Незримо ты мне был ушнила, твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался, давно не забыл мне сон. Ты чуть вошел, я не узнала. Вся обомлела, запылала и выстык молвила. Вот он, а уж дальше. Не ты ли, милое видение? Скажите, дама, кто-нибудь когда-нибудь обращался к своим поклонникам? Стала ли ты мое милое видение? Это вообще мужской образ? Виталий. Я не милая дама. Итак, милое видение. Это женская титулатура, явно, а не мужская. В прозрачной темноте мелькнул, проникнул тихо к изголовью и так далее. Кто ты, мой ангел, и хрованный искуситель? Это что такое? Кто может объяснить? Вот я прожила жизнь в профессии, филологии, у меня были великие учителя, я слушала лекции в Монде, многих других. Никогда один мне мой педагог, учитель, собеседник, автор книги по Пушкину, никто не обращал внимания. Вы посмотрите, что там происходит. Кончаю страшно перечесть, но мне по рукой важная честь, и смело ей себе веряю, что? Она наделяет его теми чертами и теми, тем портретом. Нет, меня сейчас интересует форма обращения. Это не то. Ну, вы можете подойти на улице, кому сказать, к барышне или к даме, и сказать, ты милое видение. Ну да, потому что оно у меня уже было, это видение, и я теперь взяла это видение. Ну, может быть, у вас было, но человек-то не знает. Это не трансформация, она начинает обращаться к реальному человеку, а дальше увлекается она. Вот мы с вами 200 лет и объясняем это. Ну, мы-то сейчас с вами совсем по-простому карты разбросали. А так, если чуть усложнить, то получается, что Пушкин здесь гениально передает внутреннее смятение барышни, все у него в внутреннем сознании ее спуталось, вот он ее видение, она уже забыла, на каком французском языке она пишет, и переходит с винаты. Поскольку мы с Олеей Эми перевели на английский язык Евгения Онегина, то когда я это обнаружила сама, мне 10 дней назад, я в ужасе полезла в наш перевод. Подумала, в английском языке есть одна форма «ю», что там у нас творится в переводе. Сказала я себе, похолодев. Ничего, Господь спас. Итак, мой к вам вопрос. Что это такое? Что это за интерполяция в текст? Мало того, что здесь сломаны все строфики, все онегинские строфы. Это я уже все за отсутствие времени сказала. Что это? Я к вам пишу. Я, ты мой спаситель мой, я обомлела и так далее. Это что такое? Отчаяние. Так вот, поскольку у нас как бы ответов много, то есть их нету, то я расскажу вам, что это такое на самом деле. И я признаюсь вам, что я сначала споткнулась о Пушкина, а через несколько дней я уже прошла через машиновку, через такую же интерполяцию у Шекспира, у Пушкина. Этот кусок – это его стихотворение, которое он не мог никогда, ни при каких обстоятельствах выпустить в свет и уничтожить, тоже не мог, когда его написал. И что ему было делать?
И он пишет огромную, тяжеленную форму романов стихов и поднимает ее в тагу, эту булавку, которая так пронзает его сердце. Вот вся, вот мышеловка, вот вся квинтэссенция Онегина, письмо Татьяны. Я сегодня утверждаю, что письмо Татьяны было написано в 25-м году. Ну, это плюс-минус подтверждается. И оно было написано одновременно с его шедевром. Сегодня этот стих Пушкина занимает номер раз во всех градациях русской поэзии. Что это за стихотворение? Я помню что. Да. Я помню чудное мгновение. Ты в миг вошел, я обомлела. Это две стороны одной медали. Но если я помню чудное мгновение, еще под видом черн, гринки и так далее, как-то можно было выпустить в свет историю его тайной жизни души, его музы, его психии, Елизаветы Алексеевны, императрицы, то это уже выпускать было нельзя, потому что оба стиха говорят об одном мгновении, которое спасло его жизнь. 18-й год, он от тифа умирает в царском селе, на грязном тюфяке. Нету никого подать кружку. Родные в Москве, никого, денег нет, ничего. И он уже в бреду. В этот момент скрипит дверь его каморки, она открывается, и на пороге появляется улан. С пышным примажем. И он думает, что все, я уже, это уже какой-то бред. Уже я перешел черту. Улан приближается к его тюфику, в котором он мечется, умирая с температурой. Достает батистовую плату, потирает пот со лба, крестит. Вот. У нас еще есть кушки, ты стрелял? 18 лет, ему было 18 лет. И это событие, которое давно за Осиновым колом, которое оказалось сюжетообразующим сюжетом его, моментом его жизни. Так вот, точно так же, как письмо Татьяны, самый заветный из всех текстов, акме, вершина поэзии Пушкина, интерполированный совершенно в другую ситуацию, он создал роман, чтобы утаить его. Точно так же я сегодня утверждаю, Катя, что мышеловка такая же интерполяция, как и твой олень, загнанный внутрь другого текста, стога стена. Мозг, чтобы спрятать, как твой олень, тут все поменено ролями, ничего не угадаешь, жаблики какие-то одни, пейцы. Так же тайнописью загнано в чужое совершенно окружение, чтобы все спрятать, но сказать, чтобы эту боль выговорить, потому что с ней жить невозможно, она душит, гложет. Где-нибудь во сне проговоришь, ведь кто-нибудь услышит. И это надо выплюнуть, это надо сказать. И вот два гения находят, я не знаю, Пушкин, операция или нет, потому что в смысле, да, то гениальность Пушкина просто она возрастает настолько, что я уже не знаю, только колени, как можно говорить. Но Шекспир-то нашел сам это и сказал об этом. Поэтому я утверждаю, что мышеловка – это сюжет, найденный, вставленный в Гамлета, который ради этого написан, ну, а тут все равно. Ну, так сказать, ради того, чтобы это высказать, выплюнуть, извергнуть из себя, исторгнуть из себя. И в мышеловке, конечно же, жертва – это Эссекс. А вот как там другие роли расходятся, Кать, я сказать не могу, потому что надо смотреть просто материалы, документы эпохи. И я попадаю к тебе в ноги с просьбой, чтобы ты поиграла мыслью в этом направлении с точки зрения мышеловки. Тем более, что это просто пандан ложится к этому портрету. Но этот портрет – это скорбь, это плач по казненному Эссексу его падчерице Елизаветы. Да. А Гамлет, ну это и так известно, да. Но теперь мы докопались до соли, до сути этого. А Гамлет – это мужской плач по Эссексу Шекспира. Я благодарю внимание. Извините, ради бога.
Потом уже внизу у нас еще один спикер, докладчик. Смотри, Масленникова, Евгения Масленникова. Спасибо. Масленникова Евгения Михайловна, Тверской государственный университет. Современные российские классики. Перевод как лингвокультурная адаптация. На материале перевода Шекспира на русский язык. Вот же и появилась. Знаешь, что? Мы видим? Да. Здравствуйте. Да, слышим. Евгения Михайловна, мы вас слышим. Отлично, сейчас. Отлично. Да, я попытаюсь поделиться с вами вкладкой, чтобы вы видели при демонстрацию экрана, и я начну. Уважаемые коллеги, огромное спасибо, во-первых, за Я наслаждаюсь великолепным русским языком. Ага, видно, ага, супер. Уважаемые коллеги, в моем докладе я хотела бы остановиться на том, что происходит с Шекспиром на современном этапе его существования в русскоязычном пространстве. Прежде всего... Так, сейчас. Всего мы должны... Современный англичан, прежде всего, это Шекспир на язык современного интернет-сообщества, так называемый текст. Вот так выглядит краткое содержание Ромео и Джульетты. Это есть цель, которую мы должны отметить, что прежде всего и в русскоязычном, и в англоязычном сообществе Шекспир до сих пор остается своего рода эталоном. Через призму которого пытаются найти какие-то апелляции к имени Шекспира в русскоязычных и англоязычных источниках. Все советуют, как вот сегодня прозвучало, обратиться к королю. Наших шекспировских героев. Ромео и Джульетта, влюбленные. Но именно их имена, как прецедентно, у нас ходят не только в современную СМИ активно, ну и, например, в Гоблинами. Имена этих шекспировских героев присвоены летному алфавиту Ромео и Джульетт. Когда мы говорим о внутриязыковом переводе, то прежде всего это либо может быть уточняющая интерпретация, как сегодня прозвучало сравнение разных изданий одного и того же текста. Либо же это может быть перевод текстов, написанных на языке одного хронологического периода, уже на современный. Это может быть пересказ, адаптация, изложение и даже переименование текста. И, например, существует такая тенденция, к сожалению, что не просто переводятся классические тексты, а берутся изданные переводы, и возникает некая деформация текста. Я не говорю здесь о переводе в современную орфографию. То есть, например, перевод Финкеля обработал некто Чухно. Вроде бы это Финкель, но в то же время это не совсем новый перевод.
некая Ирина Евстан, она увлекается тем, что берет и делает новую редакцию, практически вмешивается в уже состоявшийся текст. К сожалению, она пытается это сдавать под собственным именем. Подобное переосмысление, как перевод на язык нового интернет-сообщества или под язык какого-либо класса или общественной группы, свойственно и переводом классической литературы. Для нас это, конечно, Пушкин. Вы видите, что делается с переводами сказки о царе Салтане на современный русский язык. Это и не английский, это не испорченный русский, это некий такой сленг-жаргон. Его часто называют языком подонков через букву «А». На слайде вы можете видеть типы перевода, которые, к сожалению, сейчас уже не подходят под те результаты переводческой деятельности, которые появляются как в сети интернет, так и в книжном традиционно-бумажном варианте. И когда мы говорим о переводе, возникает вопрос, где кончается перевод и начинается псевдоперевод? Это не адаптация, не перефраза, а прежде всего изменение жанровой. Конечно, подобное осовременивание шекспировских текстов происходит в зависимости от типа предполагаемой аудитории, на которой они ориентируются. На одной из конференций Московского университете, я как-то рассказывала о переводе Ромео и Джульетты на современный русский язык. Для меня это были примеры, что делать нельзя. К сожалению, большая часть аудитории подошла ко мне и спросила, где можно купить эту замечательную книгу. Вот одним из... переводимых текстов существует почти 200 переводов этого текста на русский язык, каждый из которых где-то становится интерпретацией шекспировского текста, а где-то становится полным переписыванием его, исходя из современных реалий. Один из последних переводов Ромео и Джульетта, который вышел под названием «Воронежский страдальник», то есть переводчик опирался на созвучие Вероны и Воронежа, все герои живут в Воронеже, начиная с рущих фирмах, а герцог внезапно становится начальником местной милиции. Вот, опять, вопрос риторический, но считать ли это переводом? Здесь я привожу примеры, что происходит с тем же 66-м сонетом. Есть переводы, которые не имеют ничего общего с исходными образами, как перевод Клочкова. Юровицкий переводил его, исходя из того, что он сам является диссидентом. Отсюда больница, дурдом, лагерный строй. Перевод... она ориентировалась уже на реалии Санкт-Петербурга. И современный мотор авто, рельсы, переправы. Если сходить из толкования предшествия оригинала, в новых переводах и происходит расширение лексики. Вот примеры из современной Ромео и Джульетты, которые вот, конструкция из четырех букв очень активна для американского английского уже русский язык статус. Текст может ослабляться или усиливаться, как, к примеру, с бандюганами. В этом же смысле, на мой взгляд, самым страшным является именно ослабление ценностного компонента мира текста шекспировского. Некоторые тексты, как я уже говорила, типа 66-го сонета, классические тексты, я имею в виду, вызывают тенденцию к перепереводу. То есть, когда идет соперничество не просто с автором, но и с предыдущими переводчиками. На многочисленных переводческих сайтах с чего начинают переводчики Шекспира?
тем, что они сравнивают себя с Маршаком. Другим моментом является повторное переосмысление своего ранее выполненного перевода. Вот как, например, Кузьмин. Некоторые сонеты Шекспира оказываются настолько притягательными, что переводчики обращаются к ним через какой-то промежуток времени. Вроде бы и текст похож, но тем не менее он отличается. В этом отношении возникает вопрос, насколько N множественным становится появление новых переводов. Будет ли он бесконечен? Насколько меньше языковой устойчивостью перевод отличается от по сравнению с языком оригинала? Как меняется этическая трактовка оригинала? Новый перевод и переосмысленный перевод классики становится своего рода результатом нового социального заказа. Кроме этого, на переводческую деятельность оказывает влияние изменения переводческих принципов. И вот примеры на первых заключительных строк сонетного замка 66-го сонета. «Устал, о смерти молю, покинуть этот мир жестокий». Видите, здесь какие-то строки, они могут повторяться. Ну, как в случае, например, обмена строками между переводами. К сожалению, часто возникает игровой перенос переосмысленного текста. Ромео, так, засада и прочие-прочие моменты. Возникает следующая ситуация, что классика, с одной стороны, остается субъективно притягательным, и она становится источником многочисленных прецедентных феноменов разных планов, начиная от универсально-прецедентных или национально-прецедентных, но ослабление внимания к ней приводит к следующему. Переводчики пытаются дать тексту новую жизнь, пытаясь новые, возникшие в понимающем языке явления, обязательные доклады. Евгения Михайловна, у меня было на... Вы слышите, да? Да. Что, я пропадала? Да, я во временами. Евгения Михайловна, скажите, пожалуйста. Да, я слышу. Слышу и вижу. Переводы, чьи переводы сонетов вам кажутся наиболее подходящими к оригиналу, передающими оригинал? Я даже не знаю, понимаете, как это, элемент моего коллекционирования является собрание переводов сонетов Шекспира, и я уже даже не знаю, чьи. Они каждый в чем-то своеобразны. Конечно, можно всех начинать сравнивать с Маршаком. А вот к вопросу о переводах Маршака. Вы могли бы... Почему сравнить? Какие-то... И окраску переводов Маршака. Что вы по этому поводу скажете? Они абсолютно разные. Они абсолютно разные. Я это все-таки я согласна с позицией своего высказанной Гаспаром, что это перевод со стиля на стиль. Это был перевод именно для советского читателя. Да, понятно, но если учесть, что это перевод был после военного периода, и надо было как-то успокоить, да, и как-то все-таки дать более яркое обрамление, яркую подачу переводу. Мне кажется, Михалков это делал, Маршак это делал специально. Вот да. Они сильнее, чем оригинал. Хотя оригинал, конечно,
интересный, и переводчик должен и передавать любые оттенки оригинала, но и вот как мне кажется, что усугублять печалью переводы Маршак просто не хотел, поскольку время было такое. Я согласна, во-первых, это для советского читателя, во-вторых, послевоенное время. Вы знаете, да, вы абсолютно правы, но это была, я думаю, что это была позиция переводческая Маршака, потому что если посмотреть на его переводы английской детской литературы, принципы такие же. Вот сейчас, я, если позволите, я покажу вам новые переводы. Вот, как очень трудно найти. Секунду. Дело в том, что возникает какой-то бум. Я пытаюсь сейчас установить некую цикличность, когда просто все начинают массово переводить. Сонеты. То есть, если вот, например, то есть конец 90-х, вот правильно вы говорите, конец войны, позиция Маршака, конец 90-х, взрыв шекспировских. Тут еще возможность переводчика. Да, вот если мы посмотрим на... Да, извините. Если бы вы на вот тот вопрос, который мы вам задали, могли бы ответить дополнительно в своей статье и прислать нам как можно быстрее, то к концу мая мы бы уже опубликовали номер. Огромное вам спасибо. Вам спасибо за выступление. Спасибо огромное. Да. Спасибо, наслаждаюсь. Огромное спасибо. И ждем от вас проверенных приманок, и если можно что-то добавить вот из того, о чем мы говорили. Да? Хорошо, я поняла. Спасибо. Спасибо. Так, у нас еще кто-то, посмотри. Я не знаю, кто это, скорее всего, попробуй. Надо спросить, что это из списка. Коллеги, ну что я вам хочу сказать, спасибо большое, мы очень продуктивно поработали.